Как тебя звать? Так. Все, идет запись, минута уже пошла. Ну что, Гела, здравствуй. Наконец-таки да, Борисович, состоится это интервью. Шесть месяцев ожидания. Ожидания, поиска времени для интервью. Расскажи для своих зрителей, я думаю, с самого начала твою историю. Откуда ты, как тебя зовут, чем ты занимался дома. В общем, давай начнем с этого. Твоя жизнь до Штатов. Вот у меня Гела. Этому каналу уже 4 года. Исполняется через 2 недели. В принципе, к этому и приурочено это интервью, к 4-летию. Я приехал из Украины, из города Славянска, в котором я родился. Донецкая область. Город находится посередине между городом Донецком и Харьковом. Территория Украины на сегодняшний день. И сначала? Сначала начать? Нет, не хочу начать сначала, а как бы... Давай, наверное, начнем с твоих школьных лет. Угу. Ты закончил школу, колледж, секции спортивные какие-то, может быть? Ну, я, как все, там, отучился 11 классов, как большинство людей. Первой моей секцией это был во втором классе, я пошел на шахматы. Угу. И 8 лет я занимался шахматами, дошел до первого разряда. Это так, плюс-минус для школьника, нормально, скажем так. Параллельно я пробовал заниматься и ходил и на футбол, и на карате, и на борьбу, еще на какие-то кружки, но особо нигде не задерживался. То есть месяц, два, три не нравится, уходил. Месяц, два, три не нравится, уходил. И где-то уже в 10 классе я начал заниматься баскетболом. То есть сначала любительски, потом уже профессионально. Я играл в первой лиге, высшей лиге. Я чемпион Украины по баскетболу в итоге стал. Mm-hmm. Поэтому у меня совместилось так в жизни, что я и шахматами очень долго занимался. Это как бы умственная, да, скажем так, умственный спорт. И очень долго занимался баскетболом. Ну и до сих пор играю, ну только вот в спортзале 2-3 раза в неделю мы до сих пор собираемся здесь с ребятами в Америке уже, играем в баскетбол. Это то, что повлияло на мою жизнь, те два спорта, те два занятия, которые повлияли на мою жизнь и становление как личностью на данный период времени. Твоя успеваемость в школе. Ты учился хорошо, отлично? Плохо. Плохо учился? Нет, я учился... Хорошо, я тебе скажу так, что моя фотография в 10-11 классе висела на входе в школу, как одного из лучших учеников школы. То есть я ходил на все олимпиады: физика, математика, химия, история. Ну, языки, конечно, мне плохо давались, хуже всего мне давался английский язык. Я в школе никогда бы в жизни не подумал, что мне пригодится английский язык в жизни. И я думаю, что моя учительница по английскому, если бы она узнала, что я в итоге оказался в Америке, и... Ну, первоочередное, что мне из школы помогло, не математика, не история, не физика, а именно английский язык, то она бы очень сильно удивилась. Потому что у меня был плохой английский, и я, несмотря на то, что я в итоге играл в баскетбол, я кандидат в мастера спорта по баскетболу, у меня по физкультуре была 2. Вот такой вот парадокс. Парадокс. Ну, так в жизни бывает. Я не знаю, почему. Я очень медленно бегал в школе, я не мог бежать. А как ты связывал медленный бег и баскетбол? Это... Ну, баскетбол это уже был послешкольный период. А, окей. И постепенно тренировками, вот через боль, через какие-то вот трудности, эти сборы. Я в школе вырос, уже дорос там 2 метра. И начал заниматься баскетболом. Он мне нравился, но я не мог бежать. И сборы каждый день. Я утром просыпался, пробежка. И с человека, который мог пробежать максимум 10 минут подряд и не упасть, я превратился в человека, который может пробежать... Мы это вырежем. Я превратился в человека, который может бегать. То есть я не стал великим бегуном, но я стал бегать. Просто это сверхусилие, это просто сила воли. Потому что я считаю, что мой организм не предназначен для бега. Мой организм предназначен для шахмата. Сидишь и спокойно играешь. Но в жизни иногда встречаются такие моменты, трудности, когда нужно себя заставлять что-то делать. И именно баскетбол в тот момент, тот спорт, который вот, ну, пришлось заставлять самого себя, то есть доказывать. Окей. Ну, я для себя отметил, что играл в шахматы, соответственно, способность просчитывать свои шаги наперед у тебя была развита достаточно хорошо. Ну, с детства. Да, это запомнили. Я всегда планирую все наперед, причем я никогда не планирую там. Не то, что я не планирую на день, на два, я планирую на несколько лет вперед.
Я, ну, вот у меня так мозг устроен. Причем я не планирую специально. То есть автоматически я вижу ситуацию, я вижу ее сразу, вот как шахматную доску со всех сторон, и я вижу, что будет происходить после тех или иных действий. То есть я об этом не думаю специально, я просто вижу ситуацию и вижу, что будет происходить. Я думаю, что это просто за 8 лет шахмат дошло до автоматизма. Забегая вперед, тебе это как-то помогло в жизни? Это мне постоянно помогает? Постоянно помогает. Конечно. Потому что, ну, я готов практически к любой ситуации. Я не думаю, что что-то может произойти такое, к чему я не готов. Ты сказал, занимался баскетболом, начал заниматься уже после школьного периода. Ну, в 10 классе я начал потихоньку, и уже... Причем интересный такой момент, на котором бы я хотел акцентировать внимание. В моем городе, в Славянске, да, не было баскетбольной секции. Потому что, ну, Украина – это не Америка. Здесь в Украине бассейны без воды, а баскетбольные площадки, их всего несколько на всю страну. И поэтому папа мой купил машину старенького Форда. У нас не было тогда машины. И, ну, много чего не было, но и машины не было в том числе. И возил меня каждый день на тренировки. То есть каждый день вот он меня вез на тренировку в соседний город. По меркам Украины ездить в соседний город, даже, ну, по нашим меркам 10-15 миль это как бы, ну, небольшой пробег, да? Но по меркам Украины ездить в другой город на тренировки каждый день на машине, это было очень серьезное капиталовложение со стороны моих родителей, ну, со стороны, в частности, моего отца. Ну да, в принципе, пока ты живешь дома, для тебя 15-20 километров проехать из точки А в точку Б – это большое расстояние. Большое для штатов это вообще не расстояние. Ну, я тебе скажу, в магазин ездят по 20-30 километров. Да, я тебе скажу, что впоследствии, когда я уже поступил на первый курс, я двумя автобусами добирался до института, а потом уже пешком шел в спортзал на тренировку. То есть я сейчас не представляю как, но с моим ростом 2,05 у меня было сначала... Я шел пешком до остановки 15 минут, потом ехал на троллейбусе 3 остановки, потом ехал на автобусе полчаса, приезжал в этот город, учился, у меня было там 2-3 пары, да, и потом шел на тренировку в этом же городе. И обратно опять маршрутка, троллейбус и пешком. То есть дорога занимала очень много времени и было, часто было очень некомфортно, потому что я высокий и, ну, потолки в автобусах, в троллейбусах, они не рассчитаны. Не приспособлены для дела. Не рассчитаны абсолютно. Я понял. Высшее образование, пару слов. Первый курс поступил в Краматорске, отучился, потом меня пригласили в другую баскетбольную команду в Тернополе. Кстати, сейчас команда уже в Суперлиге, и я слежу, скажем, уже 15 лет прошло, как я ушел, закончил институт, но я до сих пор слежу за их успехами, и до сих пор мои знакомые ребята еще до сих пор играют в баскетбол. И отучился в Тернополе, 4 курса получил бакалавра, и 5-й курс я отучился в Ивано-Франковске, я уже играл за Говерлу. То есть мое высшее образование было параллельно связано со спортом. И я учился не там, где я хотел, а я учился там, где я играл, и параллельно я там учился. Поэтому отучился на финансиста-экономиста. 2003 год, Прикарпатский национальный университет я закончил, а бакалавр я закончил в Тернопольский национальный экономический университет. И скажу, что не был я самым хорошим студентом, потому что 90% времени занимало 2 тренировки в день, сборы, игры, и, так сказать, на пары ходить. И не было желания, и не было времени. Бюджетная основа, платная основа? Я как спортсмен учился на бюджете. На бюджете учился. У меня было 40 гривен стипендия. Это в переводе на доллары, $1.5 стипендия у меня в месяц было. В месяц? Да, $1.5. Ну, у нас в Казахстане долларов 10 было, когда я на гранте учился. Интересная ситуация была, тоже расскажу, я не знаю, потом вставим видео или нет. Так, то, что в голову приходит. Историй, конечно, много было. Я жил в общежитии. Кто жил в общежитии, я думаю, меня поймет. Одна из историй, я когда сдавал сессию, я всегда приходил к каждому преподавателю, ну, естественно, на украинском языке разговаривал. Здравствуйте, меня зовут Гела, я играю за БАКа Тернополь, за университетскую команду Высшей лиги чемпионата Украины. Мне нужно сдать сессию, я готов выучить какие-то вопросы, какие-то темы, то, что вы мне скажете. То есть я не хочу, чтобы мне там просто так ставили, дайте мне какое-то задание, я его подготовлю, выучу. И в большинстве случаев, там мы знаем, там мы, это же наши хлопцы. Мне всегда ставили четверку, знаете, четверку. Кто-то пятерки ставил. Иногда давали какие-то задания, какие-то темы, я их учил. Учил, приходил, потом через какое-то время сдавал. Но одна попалась мне преподавательница, очень такая серьезная. И говорит, как эту тему учить? Вот ты должен весь курс выучить. И говорит, так спортсмен. Сборы, чемпионат Украины. Куда, говорю, какие эти... Не, надо... Она говорит, ты же, типа, там, разбаловались, это сам, такая... А и не взрослая она была, там, 30-35 лет. И начала мне это самое. Я говорю, ну, у нас, говорю, два варианта. Либо тему какую-то выучить, либо одну. Говорю, курс я, скорее всего, не выучил, извините, студенты. Это.
ну тогда, значит, ты не получишь сессию. Я говорю, я понял. Иду к тренеру. Говорю, тренер, я говорю, Василич, сказала, что баскетбол это не спорт. Команда в чемпионате Украины не считается, надо учить. Mm. Я смотрю на тренера, у него голова, начинает краснеть. Он, как не спорт? Он говорит, не спорт, говорит. Берет меня за руку. Mm-hmm. Тренер, я 2.05 ростом, тренер ниже меня. К ректору идем. А что ты понимал, Тернопольский национальный университет, это около 20 корпусов, один из самых больших университетов в Украине, да? Mm-hmm. И, ну, ректор это серьезный человек, к нему так просто не зайдешь. Но он очень любил именно баскетбол и ходил практически на все наши игры. И, ну, мы его здесь все знали. То есть, ну, мы с ним здоровались за руку, да, то есть, там 20 тысяч студентов, но баскетболисты знали лично. И мы там стучим, заходим, он, здрасте, здрасте, извините, вот сессию сдают, говорят, баскетбол не спорт. Кто? Я такой из-за тренера выглядываю, там, Лариса Ивановна, какой факультет? Он приезжает, алло, да, как это баскетбол не спорт? Как? Спускаюсь вниз. Она уже с улыбкой стоит, встречает меня. Говорит, сколько? Я говорю, мне четверки. Я говорю, хватит, я человек не жадный. Она говорит, все, извините за беспокойство. Я говорю, все, спасибо. Говорю, а можно было даже одну тему выучить? Ну, вот так вот. Это было смешно, потому что... Я не в итоге, получается, даже вообще тему даже не выучил. Ничего не выучил. Давление сверху помогло. Просто для многих людей... Им кажется, что, ну, подумаешь, они там мячик бросают в кольцо, да? Но mm-hmm. это было 3 часа тренировка, ну, то есть 2 часа тренировка в день, утренняя. И я всегда приходил за полчаса до тренировки. Я первый приходил, я всегда последний уходил. Потому что спортсменом из меня был никакой, поэтому мне нужно было больше тренироваться. И вечером, то есть в день я тренировался 6-7 часов, чтобы хоть как-то, ну, соответствовать другим ребятам, которые были старше меня. То есть в команде-то mm-hmm. играли ребята и постарше, не только студенты. И, ну, 7 часов в день тренировка. Покушать, приготовить, постираться, конечно, соревнования, просто не было даже времени, ну и не было желания, потому что я понимаю, что какой-то там предмет, который нам преподавала, скорее всего, в жизни мне бы никак не пригодился, и вообще свою жизнь в студенческие годы я связывал с баскетболом, то есть я не думал, что я там буду где-то работать, или я думал, я буду баскетболистом, я буду спортсменом, мне все это не нужно. Как ты говорил, ты занимался профессионально спортом, были награды, очень хорошие достижения, что в итоге, к чему это все пришло? Ну, я не могу сказать, что прям какие-то были великие достижения, да, то есть, ну, да, я кандидат в мастера спорта, я чемпион Украины по баскетболу, но каких-то вот сверхдостижений не было. И я понимал, что все-таки, как я говорил вначале, что мой организм не предназначен для спорта. То есть, как любитель или полупрофессионал я еще могу играть, но нужно реально оценивать свои силы. И я не живу иллюзиями, я живу реальной жизнью, я понимал, что я не стану великим именно в баскетболе. То есть я, может быть, понимал игру, я знал эту игру, да, то есть мозги мои были как у великого баскетболиста, а мой организм был как у слабого баскетболиста. Поэтому после окончания 5-го курса я понял, что нет смысла тратить свое время дальше, нужно начинать что-то новое. То есть просто начинать что-то с нуля, искать себя в этой жизни, но уже не в спорте однозначно. И к чему мы пришли в итоге? Первая работа, вторая работа, третья работа. То есть, я тебе чем ты занимался? Попробовал работать в банке, не дошел даже до первого рабочего дня. Первая работа моя была в казино Крупье. Я mm-hmm. работал в казино Крупье, я поехал в большой город Донецк, у меня уже друзья там жили, втроем в однокомнатной квартире, я был четвертый в однокомнатной квартире. Поехал к ним, открыл газету с объявлениями, мне был 21 год. Начал листать, увидел Крупье в казино, школа, то есть, ну, и пошел в эту школу Крупье, в которой там обучался где-то в районе месяца, чтобы стать Крупье в казино. И так как я умел хорошо считать, а работа Крупье именно связана с тем, что ты должен постоянно считать карты, постоянно считать фишки, рулетку, то как раз у меня эта работа получалась. Но также работа Крупье связана с тем, что ты должен мешать карты, а у меня вот большие руки. Они для карт тоже не предназначены оказались. Mm-hmm. Поэтому я поработал полгода в казино. И дальше я не видел никакого роста для себя. То есть это работа для студентов, скажем так, перебиться. Да? В перспективе я там для себя не видел. И мне предложили работу знакомые в ресторане, полузавхозом, полууправляющим. И вот туда я пошел и поработал там полгода завхозом управляющим. Тогда уже был, там был коллектив около 10 человек. Официанты, повара.
Но были все девушки. Все девушки были, я один. И я скажу так, что я не сработался. Просто не сработался с ними. Потому что я видел это по-своему, а девушки, как всегда, там сплетни, интриги. И пришлось тоже уходить. Поэтому я ушел из этой работы. Потом следующая моя работа была торговым агентом. Я пошел работать торговым агентом. И проработал я на этой работе год. Именно просто торговым агентом. Приходишь в магазин, здравствуйте. Я что вот продавал? Продавали мы там какой-то майонез, кетчуп, что-то такое, маргарин, вот все подряд. Причем мне дали город, называется Горловка такой город. И там вообще продаж не было, было ноль продаж. Сказали, вот там город, занимайся. Разовьешь. Я говорю, о, мне нравится, когда с нуля. Я приехал и потихоньку, через год с нами работало, наверное, 80% торговых точек продуктовых. Именно с этой торговой маркой. И было неплохо, но стало скучно. То есть причина, почему ты завязался этой работой, тебе просто стало скучно, ты захотел опять-таки двигаться дальше. Да, просто, ну окей, я достиг, что ну, взять еще один город с нуля, но это уже не интересно. И я поехал в Киев, попытался найти работу там. 2-3 недели я там поискал, ничего интересного я не нашел для себя. Просто я не нашел. У меня особо знакомых не было, кто бы мог помочь. Вернул. И мой босс с работы, где я работал торговым агентом, он как раз перешел в другую компанию, им нужен был менеджер по работе с ключевыми клиентами. То есть немножко должность выше, это уже работа с крупными супермаркетами. Вот такими, как Walmart, да, по размеру, ну, если с Америкой связан. Я работал с Ашаном, с Метро, это крупная сеть. Я вернулся опять в Донецк и начал работать там вот менеджер по работе с ключевыми клиентами. Проработал я там где-то 10 месяцев. И мне мой товарищ Коля говорит, поехали на сборы в Литву, вернем тебя в баскетбол. А мне уже было лет 26-27. Я говорю, а поехали. И я на Литву в сборы пытаюсь себя реанимировать как баскетболиста. Ну, потому что вот эта вот какая-то вот несбывшаяся мечта, она вот была рядом со мной и прошло где-то 4-5 лет. Я так для себя тренировался, я со спортом никогда не завязывал, но только в удовольствие, скажем так. Поехал на сборы, поехал в команду какой-то высшей лиги, меня даже брали, то есть меня даже оставляли там каким-то 12-13, там, а там разыграешься, наберешь форму, будет видно. Но здравый смысл все-таки взял надо мной вверх. То есть все-таки возвращение в спорт, это была такая интрига. Здравый смысл мне сказал, что не надо, это тебе не надо. Ты сказал, что сменил очень много работ в Украине, но всегда есть какая-то работа, которая в положительном ключе оставила в твоей памяти самые позитивные какие-то впечатления. Было ли то, что тебе нравилось, чем заниматься, или что-то ты выделял из всего, чем ты занимался? Ну вот, что тебе ближе всего было? После всех вот этих вот смен работы, мне уже было около 26 лет, я оставил резюме еще давным-давно на сайте в поисках работы, и по этому резюме мне позвонили из какой-то фирмы. Вот мы ищем там менеджера на Донецкую область. А что продаем? А продаем мы... А я уже, я уже в торговле работал, получается, там несколько лет, да? Причем я еще свою жизнь в торговле начинал. У меня было несколько точек там. Две точки у меня было на базаре. Мы продавали очки солнцезащитные. Я еще упустил этот момент. И что продаем? Продаем корма для животных, для свиней, для коров. Ну, давайте попробуем. Приехал на собеседование. Сначала собеседование в Донецке, потом собеседование по скайпу, потом собеседование в Киеве. Я думаю, ну, очень серьезная организация. И дает мне этот Донецк, вот, Донецкую область всю, а там с нами никто вообще не работает. Я говорю, о, вот это то, что я люблю. И я начинаю сам искать эти фермы, знакомиться, договариваться, начинать потихоньку работать. За год у меня уже был такой рост по продажам, что меня поставили потом директором филиала по Донецкой и Луганской области. У меня уже было 5 менеджеров в подчинении. А еще через полгода, когда началась война на этой территории, то у нас объединили с филиалом по всей Восточной Украине, и меня поставили директором уже по всей Восточной Украине, то есть это входило там 6 или 7 областей, да, то есть и вот эти вот территории, на которых проходила война. И даже в этот момент, когда была война, у нас продажи росли, то есть постоянно росли продажи, у меня уже было 10 менеджеров на тот момент в подчинении, логистика, бухгалтерия, то есть я уже этим занимался. И хорошая компания была, я проработал около 4 лет, но возникла ситуация неприятная, в которой мне пришлось с ними тоже попрощаться. Причина? Я просто расскажу ситуацию, которая возникла уже много времени. Кто работает в Украине, в России, наверное, знают, что в каждом бизнесе здесь есть момент, так сказать, бонусирования клиента. Ну или откат.
Один из клиентов поменял человека, который ответственный за работу по животноводству, ушел человек и пришел другой. То есть поменялась кредитная карта, на которую приходил так называемый бонус. Я написал служебную записку в бухгалтерию, что в связи там с заменой поменять кредитную карту в системе и поменять имя человека, на которого будет переходить этот бонус или откат, или как это назвать, бонусирование. И написал служебную записку, получил ответ, окей, все сделано. Проходит месяц-два, ко мне человек обращается с вопросом, как-то неудобно, говорит, мы с вами договаривались, и я ничего не получал, может, я не знаю, там я ни на что не претендую. Я звоню туда, а оказывается, бухгалтер забыл поменять карточку. И человек, который уже не работал в этой компании, до сих пор получал бонус. Эти бонусы. Это в районе $1000 в месяц. Ну, по украинским меркам это хорошие деньги, да? Неплохие. Ну, это хорошие деньги. Не только по украинским меркам. Да. И звонит мне собственник бизнеса, а у меня были с ним хорошие отношения. То есть в компании уже было на тот момент около 300 человек. Угу. И звонит он мне лично, мы с ним хорошо общались, он немного старше меня, говорит, Гела, говорит, такая ситуация, я не хочу, чтобы человек нас обиделся и поменял поставщика или как-то повлиял. Это было 12 ночи, то есть мне директор звонит 12 ночи. Говорит, прыгаю в машину, до этого клиента мне было ехать на машине где-то 4-5 часов. Возьми $2000 с собой, я тебе завтра на карточку переведу. И ты ему отдай, а я тебе переведу. Окей, ну и я там где-то выехал в 5 утра, пока еду, набрал бухгалтера. А бухгалтер, парень был молодой, там 25 лет, говорю, Олег, а что там как косяк-то вышел? Он говорит, да я запарился, то все. А что вы решили, кто эту сумму компенсирует? Ну вот босс сказал, что ну, с моей зарплаты там по чуть-чуть будет по $100, там вот эти $2000, по $100 будет вычитать на протяжении 2 лет. Ну и я приехал туда, к этому человеку, встретился, сели, разговаривали, я говорю, извините, что так вышло, так вышло. Ну, так бывает, да, это наша вина. Вот, говорю, у меня $2000. Но вина бухгалтера, и эти $2000 лягут на бухгалтера, говорю. Если это вас не обидит, давайте 50 на 50, я вам 1000, а 1000 мы оставим как бы из бухгалтера, ну, ему будет проще немножко этому парню, ну, поддержать просто. Человек был нормальный, говорит, да, ну, вышло-то вышло, жизнь, так бывает. Я выезжаю, довольный, думаю, сэкономил бухгалтеру, спасибо, наверное, скажут, что, ну, как постарался. Звоню, говорю, Олег, говорю, все нормально, говорю, срезали тебе 1000, он тоже довольный, звонит мне генеральный вечером. Так и так, говорит, а как это так, ты не заплатил всю сумму? Я говорю, ну я договорился. А как ты мог договориться? Ну, говорю, попросил, по-человечески объяснил. И там мне потом из службы безопасности, компании начинают задавать вопросы. Говорят, а почему, а в каких-то отношениях, в каком общении? Я говорю, ребята, я сэкономил деньги, в чем проблема, я не понял. И у меня очень были хорошие отношения с моими теми клиентами, которых я привел в компанию много лет назад. И где-то через неделю мне звонят все мои клиенты по очереди. И говорят, Гел, говорит, тут такая ситуация. Нам звонят из центрального офиса компании, в которой ты работаешь, и спрашивают, как они отнесутся к тому, если ну, с ними будешь работать не ты, а какой-нибудь другой менеджер или другой директор будет. И вот мы тебе хотели типа сообщить, чтобы ты был в курсе дела, что там у тебя за спиной что-то происходит. Я звоню генеральному, говорю, я не понял, говорю, а ну, у нас какие-то проблемы. То есть та компания, та группа людей, с которыми ты имел бизнес, да. Они решили, что переведут вот этот сектор, грубо говоря, на другого человека. Да. Окей. Ну, это один из шагов, чтобы меня потом плавно убрать. То есть начала подготавливаться почва к тому, чтобы меня убрать из компании. Более того, возникла такая ситуация, когда ну, в компании постоянно проходили тренинги, и тренинги эти проводили какие-то ну, коучеры прежде. И один из тренингов всех пригласили, а меня в последний момент вычеркнули из списка и поставили другого человека, якобы, что меня отправят потом, ну, в следующий раз на тренинг. Я думаю, как директора филиала вычеркивают из списка по коучингу, ну, это странно, да? Я думаю, так, ну, у меня шахматная партия начала складываться, меня потихоньку начинают срезать. И я позвонил генеральному, говорю, у нас какие-то проблемы с вами? Да вот, вот, я говорю, ну, я приехал в Киев, зашел к нему, говорю, есть время, давайте поговорим. Он говорит, ну, давай поговорим. Вот, я говорю, окей, хорошо, какие ко мне вопросы? Ну, вот, у тебя отношения с клиентами хорошие, они тебе доверяют, и ты с ними там по-любому что-то там крутишь, бизнес какой-то мутишь, как бы, и вот ты там $1000 отдал, а не 2, а может, ты вообще не отдал, а себе оставил, а человек обиженный. Я говорю, ну, окей, я с вами работаю 4.5 года, мы зарабатываем, мы растем, и есть какие-то факты, по которым вы можете сказать, что я где-то обманул вас, подвел компанию или украл у вас что-то.
Ну, он так как-то съехал с темы. Ну, я понимаю, да. Ну, да, работаем, работаем. Работаем, руки пожали. Вышел из кабинета, следующие там 2-3 дня. Я вижу, что ситуация и отношение ко мне все хуже, хуже и хуже. И готовится почва к тому, чтобы меня срезать. Я это вижу по тому, что говорят менеджерам, которые у меня в подчинении, и по клиентам, которые, с которыми я работаю. Или работаю через менеджеров, да. И я просто пошел в другую компанию, к своему товарищу. Говорю, смотри, говорю, вот меня срезают. Я не знаю почему, но как бы я не хочу в последний момент быть. Я проехался по каждому клиенту и сказал, ребята, говорю, я не знаю, почему меня срезают, но меня срезают. Если я перейду в другую компанию, вы со мной пойдете или нет? Ребята говорят, так нам какая разница с кем, в принципе-то. Мы же работаем с людьми, а не с названиями компаний. И в какой-то момент я просто как бы взял и всех своих клиентов перевел под другую компанию в один день. Это было перед Новым годом, там на 150 тонн где-то отгрузка была, то есть... Пришел в новую компанию с таким неплохим бонусом, да? Это просто было очень весело, потому что мне менеджера звонят, директор, новый директор в панике, в шоке, что происходит, гело клиентов переманивает. А гело клиентов не переманивает, он их давно переманил. Угу. Поэтому и я так и не понял, какие ко мне были претензии, но я так думаю, ну я проанализировал сейчас, думаю, что первое, то, что я зарабатывал в компании больше всех, у меня было... процент от продаж, а так как у меня продажи были самые большие по компании, то у меня была самая большая зарплата, да, то есть это на тот момент в районе 3000 долларов в месяц, плюс бонусы, плюс служебная машина, плюс там карточка, по которой я там, ну, компанейская, с которой я там с клиентами мог ходить там в рестораны или еще куда-то. И я думаю, что мое влияние в компании настолько выросло, что собственнику бизнеса это уже не нравилось. То есть ему нужен был просто наемный работник. Просто вот, который будет вот просто делать, не будет, который будет влиять на его бизнес. И поэтому решили меня убрать. По-моему, тут история повторяется. До этого мы еще дойдем. Хорошо. Немножко перебазировались на другую точку. Находимся мы сейчас в комьюнити, где живет Гела. Возле его апартмента, в предыдущем его ролике, вы могли видеть, как он, этот самый апартмент, выглядит внутри. Буквально пару слов о том, что ты здесь снимаешь, цена, почему именно здесь. Снимаю здесь студию. Студия стоит 1200 долларов в месяц и плюс 50 долларов подземный гараж здесь есть. Зимой очень удобно подземный паркинг. Снимаю здесь, потому что до моей прошлой работы было близко, 10 минут езды, и здесь близко спортзал, в который я всегда хожу. Я еще в Атланте в этот спортзал ходил, во Флориде в этот спортзал ходил. И я искал такую локацию, чтобы и к работе было близко, и было близко к спортзалу, чтобы далеко не ездить. И ну, сейчас, когда у меня работа изменилась, мне сейчас далеко ездить на офис, то я буду переезжать. Но в Америке такая система, что если ты взял лизинг на год, а конкретно эти апартменты я взял на год, да, то я должен дожить год. Я не могу съехать, когда я захочу. То есть, подписал... Но это будет нарушение контракта уже. Это будет проблема, да. И я должен дожить. То есть я доживу до середины лета, и потом буду переезжать. Я понял. Ну, мы плавно так перешагнули уже жизнь в Америке. Давай, наверное, вернемся назад в Украину. У тебя там была довольно-таки успешная работа, ты неплохо зарабатывал. С учетом того, что ты перешел даже на новую компанию. Как пришло понимание того, что пора двигаться дальше, и почему США, как ты сюда попал, какой выбрал путь? Это не будет короткая история. Работая на компании в Украине, я параллельно начал заниматься бизнесом. Я открыл ферму, арендовал ферму, завез туда свиней, потому что я занимался кормами для животных, и я уже разбирался в свиноводстве на тот момент. И у меня было около 200 свиней. Но в тот момент, когда началась война на территории, где я жил, в Славянске, то эту ферму взорвали. То есть прямо с танка взорвали, там со свиньями. Люди, слава богу, успели выбежать. Но свиньи, все сгорело. И я полностью обанкротился. То есть все деньги, которые я заработал за свою жизнь, которые я вложил в эту ферму, и 3 месяца я только занимался этим бизнесом, у меня все сгорело, у меня не осталось ничего. И так было печально. Но на тот момент, я скажу, что когда идет бомбежка, когда стреляют каждый день, и ты находишься дома, то ты не думаешь о том, что там что-то сгорело, ты думаешь о том только, чтобы остаться живой. То есть, если твоя семья в живых,
твой дом целый, то этого достаточно. То есть ты теряешь там деньги, что-то машины взрываются или дома, это, скажем так, уходит на второй план, меняются жизненные ценности. И когда закончилась война, в нашей компании, где я работал, был компаньон в Америке, то есть поставщик из Америки определенных ингредиентов, и каждый год проходил семинар в Америке, в Кентаке. И для директоров филиалов открывали американские визы, чтобы раз в год можно было приехать на вот этот семинар, который проходил в Америке. И для меня в том числе эту визу просто открыли. Это не было сложно, это была групповая виза, то есть мы пришли в посольство, нам поулыбались, просто поставили штамп, не было каких-то вопросов лишних, и там человек 10 всем открыли разом. У меня уже была американская виза. Но я не планировал сразу уезжать. Была и была, поеду, не поеду. Я это расценивал так, что там у меня взорвался бизнес, взамен мне судьба дала американскую визу. Бесплатно. То есть, ну, повезло, да, потому что американскую визу в Украине не так уж и просто получить. То есть не каждый ее человек может получить. Это, скажем так, равновесие вселенной. И я открыл новую ферму, опять арендовал ферму, занял денег, опять завез поголовье и опять начал заниматься этим бизнесом, потому что в первый раз это было достаточно неудачно. И я люблю читать книги. На тот момент я прочитал книгу «Атлант расправил плечи». И вот несколько факторов. То есть взорвали мой бизнес, вся общая ситуация в стране, которая происходила на тот момент, это власть, вот этот беспредел, который был, переоценка ценностей, отношения к жизни, понимание того, что там деньги не имеют никакого значения. Вот так вот ты раз и банкрот. За 5 минут можно стать банкротом. В любой стране, и в Украине, и в Америке точно так же. Это не важно. Но тот еще момент, что я прочитал книгу «Атлант расправил плечи», и там все настолько это разложено по полочкам, и настолько все мысли мои упорядочились. Мне было на тот момент 29 лет, и у меня была ясная картина. То есть мне пазл сошелся. Да, то есть мне в Украине больше делать нечего. Я не хочу жить, и чтобы мой труд, мои усилия каким-то образом были направлены на то, что кто-то там где-то обогащался наверху, а я здесь обычный человек трудился, непонятно для кого. То есть вопрос не денег, а вопрос того, что в наших странах человеческий труд никаким образом не ценится. И у меня была виза, на тот момент уже полтора года. Я просто купил билет на самолет, взял сумку вот такую вот, пару футболок, пару шорт и полетел. Прилетел сюда, прилетел в Атланту. И началась моя эмиграция, начался путь эмигранта в Америку. Мне было 30 лет, у меня не было семьи. Я не брал с собой много денег, не брал с собой много вещей. Мне захотелось попробовать себя в новой стране, опять начать что-то с нуля. То есть я считал так, что я чего-то добился в спорте, чего-то, чуть-чуть совсем, да? Я чего-то добился в плане бизнеса, в плане работы, как управленец и как бизнесмен. Чуть-чуть совсем, но чего-то для себя, в моем понимании, я в жизни уже увидел, чего добился. И мне было интересно, смогу ли я в новой стране, без связи, без знакомств, без языка, вот с нуля, начать сначала. Смогу ли я, или я чего-то добился только благодаря тому, что я жил в Украине, в этой в коррумпированной стране. Например, в другой стране такой человек, как я, может быть, вообще ничего не добьется. То есть я всю жизнь буду работать там на стройке или уборщиком. Да? Мне было это интересно. То есть могу я или не могу. Вот поэтому я приехал в Америку попробовать себя. Какой был уровень языка? Нулевой. На момент приезда? Нулевой. Просто то есть нулевой. Как со школы ты говорил, что не особо тебе этот язык London давался. London is the capital of Ukraine. Все. Of Great Britain. London is the capital. My name is Gela. Вот это я тут это знал. Нулевой. Но это уже немало. Да. Вот хотелось просто test yourself, мы тут в Америке. То есть вот проверить, что ты можешь. Может, у меня была такая мысль, что если человек, он может что-то в этой жизни, он может в любой точке планеты, или он может только... Первое место, куда ты приехал в Штатах, что за штат, почему именно этот штат и чем ты начал заниматься в первую очередь?
прилетел в Джорджию, город Атланта. У меня были ребята знакомые, которые на тот момент уже находились в Америке полгода, и с которыми я созванивался, находясь в Украине, и они говорили, что приезжай, все классно, шоколадная работа, космические деньги, то есть, ну, просто американская мечта. Было где жить, была комната, можно было ее снимать, скажем так, да. Комната стоила $500 в месяц. А сколько комнат у тебя было? Ну, у каждого была своя, там был дом на 4 комнаты, то есть у каждого была своя комната, по $500 каждый за комнату за свою платил. Uh-huh. И работа была, то есть я прилетел, на второй день я уже вышел на работу, это было на вышках, cell phone towers, вышки мобильной связи, то есть ты залазишь на вышку, и там наверху работаешь, меняешь антенны, это всегда на улице, то есть летом жарко, очень жарко, там нету ни денька, ничего, зимой холодно, если uh-huh. дождь, то ты намокаешь, естественно, мокрый, ветер тебя обдувает, очень и очень некомфортная работа. Сколько платили? Ну, так как я прилетел по туристической визе и не мог легально работать, то я работал нелегально и получал, работал на кэш, $9 в час мне платили. То есть я зарабатывал в районе $100 в день, uh-huh. и я в месяц зарабатывал чуть-чуть меньше, чем я зарабатывал в Украине до отлета из Украины. То есть у меня получается по зарплате моя планка упала, скажем так. Сразу вопрос такой, нашел эту работу через контрактера? Или сам, как нет, это? Нет, вот мои товарищи уже работали в этой компании, и просто я уже угу, вот по знакомству перешел. Да, вот с ними сразу и пошел туда. Это вот второй день мой в Америке, я поехал. Просто два слова я об этой работе расскажу. Честно, ну, это был просто ад, в моем понимании. То есть просыпаешься в 5 утра, то есть выезжаешь на объект, рядом снимается гостиница, в 5 утра просыпаешься, потому что в 6 утра уже надо быть на объекте, залезть на вышку, uh-huh. а на вышку ты лезешь где-то 40 минут, потому что это высота там в районе 100 метров. И потом, когда будет уже жарко, на нее будет тяжело залезть, потому что жарко. Да? Залазишь на вышку с утра, пока еще прохладно. Работаешь до 8 вечера, пока светло. То есть весь световой день ты проводишь на вышке сверху. Ты не можешь с нее слезть, потому что это много времени займет. Uh-huh. Пока вернулся, пока сложились, пока разобрались, 9, покушал, покупался 10, лег спать, в 5 утра подъем. За весь день настолько сильно устаешь, что ты просто спишь как убитый. И нету времени. То есть я в Америке находился там 4-5 месяцев, работал на вышках практически без выходных. И для меня вот Америка была просто какие-то села, какие-то дешевые отели. И вот эти вот вышки, на которых я зарабатывал, вот, в районе $3000 в месяц я зарабатывал. Плюс-минус там какие-то овертаймы были, но это просто очень тяжелая работа. И после той работы, которую делал я в Украине, там просто, да, там я был продажником, переговорщиком, там управленцем, просто вот руками работать, это было тяжело. То есть розовые очки сразу разбились. Да, вот это Америка, которую мы видели по телевизору, и Америка, которая в реальности, это вообще две большие разницы. Здесь не было ни пальм, ни кабриолетов, ни девчонок в купальниках. Не чемодана с миллионом долларов в аэропорту. Это просто адский рабочий труд. Какие-то грязные отели. Просто это не. Ну, я не мог понять, зачем нужна эта Америка. И каждый день, ну, я думал о том, блин, завтра на работу. Зачем это мне все нужно? Почему я здесь? Зачем я сюда прилетел? У меня в Украине все было хорошо. И как бы я не понимал. Я был на таком, не то чтобы на распутье, а такие мысли были, знаешь, мысли эмигранта. А не нужно ли вернуться, не стоит ли вернуться обратно, и что я здесь забыл, скажем так. Ну, как правило, такие мысли посещают вновь прибывших в первые там полгода. Ну да, плюс ты же не забываешь, что нет английского, то есть ты в кафе не можешь ничего заказать, потому что не знаешь, как это сказать. Ты кофе в Макдональдсе не можешь заказать, потому что ты не знаешь, как это сделать, да. Права на легковую машину, чтобы получить, я облазил кучу форумов, потому что мне даже не у кого было спросить. Ты идешь в магазин, это проблема, потому что у тебя кассир что-то спрашивает, ты не можешь ему ничего ответить. И каждый твой шаг вот в этой Америке, он настолько сложный, он проходит столько испытаний, и вот постоянно форумы, ютубы, постоянно ищешь, 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 и плюс вот тот момент, что я находился по туристической визе и
не мог поменять работу. То есть у меня была либо эта работа, ну, либо стройка, да, в принципе. Либо что-то на кэш просто искать. Ну, что-то, грубо говоря, то же самое, да, то есть, ну, шило на мыло меня. Это было, конечно, ну, такой сложный момент. Как ты пришел к идее сидел? Получение сидел и идеи сесть на трак? Где-то YouTube, где-то что-то от кого-то услышал, где-то, ну, понимание того, что, ну, нужно что-то делать, потому что на этой работе я вообще не хочу задерживаться ни на одном, ни на один лишний день, а проработал я 9 месяцев в итоге. Потом как-то вот где-то что-то как-то понаслышке, опять же, ни у кого из знакомых сидела не было. Многие на этой фирме, где я работал, об этом рассказывали, рассуждали, но существовал такой миф, что на сидел сдать практически не, почти невозможно. Это там, ну, чуть ли не боги сдают на сидел. То есть там же тест на английском, там... В этом плане миф. Там просто, там на английском, там теория, потом pre-trip inspection, потом эти грузовики. Если ты его никогда не водил, то он огромный, ну, так кажется, да, и ты думаешь, да как его можно водить, прицеп, это что-то казалось из другого мира. Мне казалось, что дальнобойщики — это просто люди из другого мира. И все так рассуждали, не только я. То есть... Тут главное сделать акцент, что это казалось. Так. Когда ты сел на трак и понял, что это не так сложно, по сути. Когда я сдал на CDL теорию, только теорию, еще не практику, только сдал теорию, да, получил пермит, и сказал всем ребятам, с которыми я работал, что там ничего сложного нету, то после меня через месяц еще человек 5-6, наверное, сдало на пермит. И я уже нашел школу, в которой я отучился и сдал, и они поехали в эту школу. Тоже отучились и сдали, и получилось так, что, ну, скажем так, на моем примере люди увидели, что нет в этом ничего сложного, получили CDL и ушли с этой работы, потому что это реально была тяжелая работа и, ну, низкооплачиваемая. То есть, если бы она была высокооплачиваемая, то, конечно, можно было бы терпеть, но когда я уже ребятам звонил и говорил, что я еду на траке, слушаю музыку, по телефону, по наушнику разговариваю с Украиной, по Вайберу или здесь с кем-то, и мне за это платят 45 центов за милю, то есть это там $200 в день, мне не верили, что такие деньги можно зарабатывать. А тебе на старт дали 45? Да. Центов за милю? Это рифер был. Ну, это неплохо. Это какой год еще раз? Получается уже 2017. Да. Окей. Ребята просто мне не верили. Говорят, как? Ну, мы тут на вышках за $100, а он там уже за 200, который после нас прилетел, то есть они-то раньше меня прилетели. Прилетел после нас, уже $200 зарабатывает, там это, и не напрягается, нам тоже надо. И, ну, вот так вот. По протоптанной дорожке пошли по твоему пути. Да, по протоптанной дорожке. А я уже, покатавшись месяц на траке, я уже понял, что мне пора покупать свой трак. Я уже понимал, что, ну, я уже все знаю, я умею ехать вперед. Я постоянно учил английский, еще работая на вышках, и когда я начал ездить в траке, я начал английский более активно учить. Это все YouTube, уроки английского на YouTube, разные интервью просто там с субтитрами, с русскими, с английскими субтитрами, потом без субтитров. Ну, вот так вот постепенно я уже немного знал английский, умел ездить, и через месяц я уже понял, что мне пора покупать свой трак. Что это за трак был, какого года? Да я не покупал его. Первый трак, который мне дали, это был 700 тысяч миль пробег, фритлайнер 16 года. Я не знаю, какая там была коробка. У нас тут маленькое ЧП. Так, первый трак, который первый трак, который мне дали, это был фритлайнер 16 года. Под 700 тысяч миль пробег. Я не знаю, какой двигатель, какая коробка была, потому что я на тот момент еще не разбирался. Я был счастлив, что я нашел работу, потому что у меня не было знакомых, у кого спросить и найти работу. То есть я сидел, получил. А как теперь работу искать? Я написал Борисовичу во ВКонтакте. Борисович мне ничего не ответил. Не ответил ничего, так, абсолютно. Поэтому вот в этой же CDL школе, в которой я учился, у них было несколько своих траков, и они мне предложили остаться, потому что я типа там смышленый, скажем так. Да? У них было там пару траков своих стареньких, и начать карьеру именно в этой компании. Поэтому выбирать особо не приходилось. Начал 45 центов рифер. Отстажировали. Спасибо большое, что взяли без опыта. Отстажировался на флетбеде с марокканцем, как раз параллельно вместе с ним учил английский язык, потому что марокканец по-русски не разговаривал. И за все время стажировки, я не знаю, я, наверное, 1500 проехал за рулем, все остальное он ездил, он мне не доверял. И так вот я приехал, мне босс сказал: вон трак, вон трейлер, едь. Я говорю: а
там какие-то оси вроде бы я слышал там на ютубе двигать, где-то он за оси, я ничего не знаю. Угу. А говорю, а рифер как включать? А там разберешься. Там по ходу дела разберешься. По ходу разберешься, да. Я говорю, мы тебе груз уже взяли. Зацепиться, ты зацепишься. И получилось так, что именно мой первый рейс, он просто, это было просто приключение. Это был просто квест какой-то. Угу. Так, мы приехали, продолжим. Да, там. Я, кстати, скачал себе эту программу, чтобы снимать там промуви или как так? Ну, чтобы видео снимать. Промуви? Ну, как-то вот, чтобы именно видео снимать не через приложение в телефоне, а через приложение вот в этом. Не через стандартное, а да. Через дополнительное. Да, типа там можно всякие выставлять. Какие-то там баланс белого, еще там что-то. Ну, там, да, там больше источников для какой-то да. Корректировки видео, да, вот в плане настроек. Оно да, более поставил. Окей, хорошо. Так, мы плавно переместились к Гели в кабинет. Так, смотри, мы остановились на том, что ты начал работать в компании на рифере, ничего не знаю, как оценять трейлер и так далее. Расскажи про свой самый первый рейс, когда ты только сел за трак в самостоятельную поездку. Это было просто такое замечательное приключение. Я еду 45 миль в час с правой стороны. Впереди Weight Station, я на нее не заезжаю, потому что я боюсь даже руль влево-вправо повернуть, я просто вот так вот еду, как блондинка за рулем, вот так вот смотрю в руль и вот так вот еду. Мне звонит брокер постоянно, где я, что я, у меня слабый английский, я говорю, я еду, он говорит, почему ты опаздываешь, а я говорю, да вы, ну, у меня мысли в голове, вы мне груз взяли, я еще даже не приехал на ярд, какой первый рейс, я вообще не собирался сегодня уезжать, я там... Вчера за последние деньги купил себе там одеяло, микроволновку и навигатор. И я еще не готов ехать. А мне брокер звонит, спрашивает, где ты. В общем, худо-бедно я загрузился. Доехал до ближайшего тракстапа. Начал пытаться взвеситься. Заезжаю на скейл. Иду в этот, на заправку. Говорю, у меня трак там на весах, взвесьте его. Они говорят, так нельзя, надо на кнопку нажать. Я говорю, на какую кнопку? Ну там есть кнопка. Я возвращаюсь обратно, сзади уже очередь, я нажимаю на кнопку. Они спрашивают что-то там в микрофон. Я не могу понять, что они спрашивают, они на английском. У меня уже начинается паника, я начинаю потеть, я съезжаю. Я говорю, вы там что-то спрашивали, я не понял, что. Я спрашиваю, first weight, первое здешнее. Или rear-weight. Или rear-weight. Я говорю, а ты, как это можно понять? Я опять по кругу, в общем, взвесился, надо оси подвинуть. Пытаюсь подвинуть оси, а рифер... Он был перевертыш, горел, ему уже лет 40, наверное, этому риферу было. Он настолько громко работал, что я когда в душ ходил, я слышал на трекстапе, что он работает. И там не двигаются оси просто. Я начинаю молотком забивать эти пины, упираюсь в бордюр. Ну, это там просто квест какой-то, чтобы подвинуть оси. Потратил я 2 часа, подвинул. Еду запарковаться, запарковался, ложусь спать. Посреди ночи просыпаюсь, рифер не работает. Рифер не работает, хожу вокруг него, что он не работает, непонятно. Звоню боссу, говорю, рифер не работает. Он говорит, я не знаю, там разбирайся. Я хожу по тракстапу. Хороший босс. Да. Это где-то уже было 4-5 часов утра. Я хожу по тракстапу, нахожу какого-то парня, ну, такой же трак с прицепом, с таким же рифером, как у меня, да, с такой же моделью, потому что... Стучу ему, он сонный, выходит американец, what's going on? Я говорю, рифер? No, broken, help. Стучу, объясняю водителю одними существительными, да? Да, help, он, окей, вышел, говорит, у тебя дизеля нету. Говорю, как, рифер еще дизель надо заправлять? Я думал, он там от проводов работает. Поехали заправили, он мне его прокачал. Я завел его там с третьего раза. Я thank you, он там даже на меня не посмотрел, развернулся и ушел. И вот таких вот приключений. Я ехал через Нью-Йорк на Бостон куда-то, мой первый рейс из Флориды. Я в навигаторе выставил no tolls. Навигатор. Я не знал, что здесь толлы, не толлы. Я не знал, платные дороги, бесплатные дороги. И, естественно, ехать по 95-й вот от Ричмонда вверх по бесплатным дорогам, это он тебя постоянно уводит на экзит, ты едешь через город, в Нью-Йорке через Бронкс там где-то едешь на этом траке. То есть первый рейс, я еду на траке по Бронксу и не могу понять, почему все траки все едут по интерстейту, а я почему? А мне навигатор показывает, а я откуда знаю? Навигатор сказал съезжать, значит я съезжаю, все просто. Вот такой вот был первый рейс, но...
2-3-4 недели я уже научился ездить, я, так сказать, прошел испытание боем. Угу. Решил купить трак. Начал прицениваться, там 25-30 тысяч долларов такой трак. И позвонил там пацанам своим, которые еще на тот момент только-только получали CDL. И говорю, тут легкие деньги, можно купить трак и зарабатывать 7 тысяч долларов в месяц на своем траке уже. Понимаешь? То есть сейчас Company Driver зарабатывает, наверное, там 12-14. Уже больше, сейчас Company больше зарабатывает, чем тогда. Ну, Company, вот у меня ребята, которые ездят, 12-14 тысяч долларов в месяц у них зарплата. То есть сейчас маркет хороший. Ну, тем не менее. Uh-huh. И я говорю, 7, а иногда даже 8 тысяч можно оффером заработать. Пацаны, нифига себе. И я собрался покупать свой трак через месяц, но потом произошла поломка у меня на этом траке компанейском. 10 дней мне ремонтировали. Там коробка поломалась. Товинг, плюс ремонт, плюс отель, плюс суточный. Это обошлось 18 тысяч долларов компании. Это произошло в Вашингтоне, в городе Спокейн. Угу. То есть два товинга приехало. Один за траком, другой за трейлером. Я был груженный. То есть только товинг в районе 3 тысяч долларов. Плюс коробка, плюс там еще там что-то нашли. 18 тысяч долларов. И я так подумал, так, трак стоит 30. Плюс ремонт может ни с того ни с сего вылезти на 20. Это уже 50. Поработаю-ка я, наверное, еще немножко Company Driver'ом. Наверное, я еще не все знаю. Не все прочухал. Наверное, еще не все. Еще что-то есть. И вот проработал я в этой компании полгода. Угу. Постоянно там что-то чинил, постоянно что-то отваливалось. Выпадали фары, бампер на ходу когда-то отлетел, радиатор грил, какие-то проводки я там все время зачищал, они там расправлялись, лампочки менял. Ну, вот эти вот мелочи, которые, ну, то есть я 4 дня ехал, 3 дня стоял. Но... это нужно пройти, это нужно прочувствовать каждому, потому что если вы в перспективе хотите стать оунером, то это нужно знать. Потому mm-hmm. что если вы пришли без опыта, сели на новый трак, на новом траке катаетесь, новые траки тоже ломаются, но они ломаются не так часто, как старые траки, то вам кажется, что все очень просто. Но как только вы сталкиваетесь с американской системой товинга и с американской системой ремонтов, это просто что-то нечто. Это такое ощущение, что вы попадаете где-то в 18 век. То есть вот, ну просто даже пример, вот на сегодня у меня трак на гарантии 48 тысяч миль, стоит на дилерской, очередь на диагностику неделя. На диагностику. Uh-huh. И при этом это новый трак, и он на гарантии. Он на гарантии. Uh-huh. То есть сцепка, новый трак плюс трейлер, это 220 тысяч долларов. То есть сейчас 220 тысяч долларов стоит неделю в каком-то богом забытом месте на дилерской. Мы ждем только диагностику. Причем за трак надо платить, конечно, а трак не на дороге, он не зарабатывает. Конечно, конечно. Поэтому. А драйверу, ну я взял машину в аренду, отправил его домой, потому что ему там надо было, как раз выходные он взял. И вот полгода я проработал, и были короткие мили, было мало мили. И я уже потом понял, что 200 долларов это не так уж и много я зарабатываю, что можно 250 зарабатывать и даже 300 иногда, потому что я мог ехать. А мили всегда были короткие, детеншены не оплачивались, какие-то там экстра стоп, это ничего не оплачивалось в той компании, где я работал. То есть всегда все было вот, ну, по минимуму, да. Ну и тогда Company Driver. И я понял, что нужно переезжать в Чикаго. То есть чикагские компании, я знал, что платят хорошо. В итоге ты говоришь, проработал там 8 месяцев, 7 месяцев. 6-7 месяцев. Да. Почему ты решил уходить из компании? Извечный вопрос, что дальше? То есть я видел, что в этой компании дальше нету перспектив. Я понимал, что где-то, скорее всего, может быть лучше. Может быть лучше, может быть хуже, но я видел, что это маленькая компания, и ну, мне в ней ничего не светит. То есть максимум я куплю какой-то вот такой же старый трак и буду ездить как овнер. То есть пришло время что-то менять. И как ты делал этот ресерч, как ты искал компанию, на что опирался? Старый добрый метод. Ютуберы, блогеры. Которым нельзя доверять. Нет, как раз вот блогерам, ну, некоторым можно доверять. Я смотрел тебя, смотрел, и смотрел Толика, смотрел, дядю Пашу смотрел. Вот этих старую школу, скажем так, да. Я, по-моему, на тот момент работал в HMD, по-моему, нет? Да. А Толик работал в Кэри. В Кэри, да. Я посмотрел Толика, написал ему ВКонтакте, сказал, давай созвонимся. Он мне скинул свой телефон, мы созвонились, и я сказал, нас двое, потому что у меня друг, на тот момент из Атланты, работал в другой чикагской компании, и у него была хорошая зарплата, но ее не платили, но она была хорошая, то есть высокая очень, но ее просто ему не платили. И он тоже искал новую работу. И мы так с ним созвонились, с Толиком, говорю, нас двое, так и так,
твое лицо вызывает у меня доверие. Угу. Он говорит, давайте к нам. Я дал нотис 2 недели ребятам. Они попросили отработать после 2 недель еще 2 недели, потому что ну, не могли найти водителя, да, на этот трак. Я отработал еще 2 недели, то есть месяц уже. По сути, чего ты не должен был делать? Не должен был, ну, как бы по-нормальному разойтись, mm-hmm. Понял, да. Как говорится, по-человечески тоже помочь. Они меня взяли без опыта, и mm-hmm. за мной был должок, скажем так. Поэтому, опять же, за эти 2 недели трак 3 раза поломался, и я особо денег не заработал. Ну, ушел я из этой компании mm-hmm. после 6 месяцев работы. У меня на счету уже было $20,000. Я считал, что это очень много денег у меня уже. Uh-huh. Я уже перед тем, как прийти устроиться в новую компанию, я поехал на 3 дня в Нью-Йорк и увидел Нью-Йорк. То есть я поехал, uh-huh. ну, как бы, как турист. Уже я был в Америке 1.5 года, и я себе смог позволить полететь в Нью-Йорк и там 3 дня провести. Какой трак тебе дали в новую компанию? Это был новый трак? Встреча с Володей, с одним из боссов Кэрри-Алвилл Тракинг, тогда эта компания имела 2 юрлица, скажем так. Он говорит, тебе какой дать? Я говорю, да мне любой, главное, чтоб ехал. Я тут как бы это, я хочу деньги зарабатывать, я хочу ездить. И он говорит, ну у меня вот есть 780-я Volvo, это с большой кабиной. Uh-huh. Ты, говорит, большой, я тебе дам большой. Ты, говорит, нормальный парень. 40 тысяч миль пробег был, uh-huh. я в нее сел. Практически новый. Я сел, холодильниками даже ни разу не пользовались. То uh-huh. есть навью, а на тот момент Вова еще грузил до сих пор. И он uh-huh. меня сам грузил. А Денис еще обклеивал. Uh-huh. То есть они тогда только начинали, и ну, у них не было работников, да. То есть Володя сам грузил, а Денис там каким-то вопросом занимался, и он. Я знаю, что эти траки еще Денис обклеивал. Сколько было траков на тот момент в компании? Я не знаю, но мне кажется, ну, 20-30. 20, 25, 23, okay. там, ну вот до 30, скажем так, было, да. Okay. Uh-huh. И Володя меня так грузил, что я, ну, ничего себе, мне дали 50 центов, uh-huh. я в первую неделю проехал 4300 миль, ну тогда еще бумажные лукбуки были, uh-huh. конечно, это было намного проще, и я заработал за неделю там $2200, это была уму непостижимая цифра, uh-huh. просто космическая, я никогда столько не зарабатывал, и он давай, и брали грузы тогда на тот момент так, ты берешь груз, у тебя есть 2 груза наперед, то есть ты разгрузился и едешь за следующим. И это. Володя очень хорошо грузил. Ну, планировали несколько грузов вперед. Ну, Володя так делал, я не знаю, как другие диспетчера, но Володя как хорошо. Как большинство делают, с кем я работал. Хорошо грузил Володя, да. И я больше 4000 миль постоянно, там несколько недель ездил. И параллельно там Толик созванивался с Толиком. И Толик мне один раз сказал, хочешь там студента взять на стажировку? Uh-huh. Я говорю, так вдвоем-то больше миль можно проехать, да по 50 центов. Конечно, говорю, давай. И Толик мне там студенты, начали мне подкидывать студентов, которых я начал стажировать. Вот, кстати, мой первый студент Саня, он сейчас в этой компании работает HR-менеджером. Или сейфти-менеджером. Okay. Да, то есть вот мой первый студент. На твоей позиции? Ну вот какая-то у него позиция, я точно uh-huh. не знаю. Или сейфти, или HR, не важно. Окей, так. Вот. За это платили бонус за стажировку? Да, $500 платили. $500, okay. $500 платили mm-hmm. и все мили мне. То есть, как бы. Mm-hmm. И я. Это были легкие деньги, в моем понимании. То есть $2500 в неделю зарабатываешь, грубо говоря. Да? То есть мили плюс там, ну ты 2 недели его будешь стажировать, 500 пополам поделим, по $250 в неделю. Mm-hmm. Ну, если бонус пополам поделить. Это $2500 в неделю, я считал, это просто. Ну, я считал, что я в жизни достиг всего уже. Я понял. Но достиг всего, надо было двигаться дальше. Через сколько времени ты решил взять трак на выкуп? Где-то через 1.5 года, наверное, нет? Через год. Через год ты поработал водителем, да, и через год решил взять свой трак, и ты продолжал дальше стажировать людей. Да, я уже у них отработал почти год, там, может быть, 10-11 mm-hmm. месяцев, и, ну, опять, вечный вопрос, что дальше? Ну, mm-hmm. окей, там, я езжу, да, я зарабатываю, да, у меня там какие-то бонусы за этих студентов идут, как бы я там вот стажировал, будучи компани-драйвером, там, может, 20 студентов, то есть считаю, что $10,000 я заработал только бонусами, да, и, ну, а что дальше? Пришло время покупать трак. У всех уже были траки, у uh-huh. Толика, у тебя, у всех, у Толика уже куча траков была, у тебя трак был. То есть я уже познакомился с тобой, еще там с кем-то. И, ну, пришло время, скажем uh-huh. так, идти вперед. Я подошел к боссам, сказал, что я хотел взять трак под выплату.
Даже я Днепрошоп позвонил. Они мне сказали, нам нужно подумать, какую цену тебе дать. Позвонили и озвучили определенную цену. Я сказал, окей, дал down payment, 25 тысяч долларов. И купил трейлер. Бушный у них же. У них же. У них же, да, у Володи купил бушный трейлер. Тоже где-то 22-25 тысяч. То есть 50 тысяч долларов я сразу вложил. То есть, по сути, у тебя появилась своя сцепка. Да. Трак-трейлер. Да. Окей. Да, я стал обнаром, да. Смотри, такой вопрос. В старой компании все было предоставлено тебе, и разбирайся, как говорится, совсем сам. Надо двигать, двигай, ищи, да, разбирайся и компания. Так далее. Да, да, в этой компании, если какие-то вопросы возникали по ходу работы, кто-то уже более, скажем так, был на связи и был готов ответить на вопросы. Как здесь взаимоотношения в этом плане происходили? Ну, здесь уже было намного проще, потому что, да, в первой компании просто ты должен был как-то что-то решать сам. Просто вот там поломка, куда-нибудь звони, что-то вызывай, что-то решай. Здесь, ну, во-первых, Толик, Энтони, он был на связи всегда первое время. Я помню, что я заблудился, позвонил ему, он открыл GPS, дома там он сидел на компьютере и вот просто меня по телефону вел. Здесь поверни направо, здесь поверни налево. И всегда подсказывал там, потому что у меня на тот момент было мало опыта. То есть 8-9 месяцев это не тот опыт, когда ты уже знаешь, и я еще парковаться не умел. И Толик всегда подсказывал, и более того, я скажу, что, наверное, именно вот звонок ему и встреча с ним является одним из таких переломных моментов в моей жизни в Америке. Потому что я у него много чему научился, много какие моменты у него подчеркнул. И, ну, в тот момент он был, как бы, стал каким-то моим наставником в какой-то степени. Вот. В плане, кому бы я хотел где-то подражать или то есть, как бы вот этот путь, вот этот прототип, то есть он был сначала там компани драйвером, потом овнером, потом у него несколько траков, вот у него тут блок, он то есть мега популярный. Вот этот путь, который я бы, может быть, когда-нибудь бы прошел. Вот. И когда были какие-то вопросы, то если ночью, то звонишь либо Володе, либо Денису. Они всегда были на связи. То есть какие-то проблемы, 4-5 утра звонишь просто Денису, Володе, и они берут трубку, просыпаются и говорят тебе. То есть перевес, overweight. Что делать? Я звоню в 4 утра Денису, он говорит, что так, ага, overweight, возвращайся, перегрузят или там едь, или это. Была такая ситуация, это просто, ну, мне забавная. Опять, когда ты водитель, ты на все это смотришь со стороны водителя, и ты, ну, не понимаешь, то как можно позвонить человеку в 4 утра с вопросом, что ты не можешь ось подвинуть. Ну, это же идиотизм, да. Но когда ты водитель, то тебе это кажется нормально. Ну, я же на работе, значит, все на работе. А у людей там семья, дети, как бы. Еду в субботу, разгрузился, увидел, что в трейлере там кровь. Ну, потому что было мясо. Еду на мойку, звонит Денис. Ну, когда тебе звонит босс, это всегда настораживает. Суббота, думаю, может, что-то случилось, я говорю, он говорит, я тебе нашел мойку, сейчас скину адрес. Я говорю, а откуда ты знаешь, что мне нужна мойка? Он говорит, так ты же курицей грузился, после курицы всегда мойка нужна. Я говорю, нифига себе. А я говорю, уже мойку нашел, я уже подъезжаю. А, о, классно, типа, говорит, а я, ну, не знал, что ты догадаешься, что трейлер нужно помыть. Поэтому я вместо тебя подумал, я говорю, ну, я уже не настолько глупый, как бы, но сам момент вот этого беспокойства какого-то, знаешь, вот этого. Это приятно. Да, да, поэтому вот с тех еще времен, вот как Толик и как боссы помогали мне, так и я уже, когда стал опытным, да, и я ездил на траке, но я уже был опытный, то я уже подсказывал вот студентам, новичкам со своей стороны, потому что, ну, должна быть преемственность. Супер. А, проработав овнером, к тебе, по-моему, я не знаю, через сколько времени поступило предложение перейти в офис. Да. Это примерно через сколько времени и какую позицию, должность тебе предложили? Стал овнером. Естественно, как назло, маркет обвалился через 2 недели после того, как я купил трак. И я уже начал зарабатывать меньше, чем компани драйвер. То есть я, покупая трак, думал, что сейчас я начну, как все, гребсти деньги лопатой, но с моей удачей, скажем так, нужно было очень много работать, чтобы зарабатывать столько же, сколько и компани драйвер, который ездил по 60 или по 65 центов за миль. Проездил где-то 10 месяцев, я еще там подучил человек 5, 7, 8, 10 студентов, то есть общее количество студентов, которые я стажировал, было около 30 в этой компании. И была какая-то известность, да? То есть, ну, узнаваемость была, скажем, не то, что популярная, а была узнаваемость. А в компании была необходимость посадить человека, который будет работать с драйверами. То есть, объяснять им их недоработки. И мне предложили стать менеджером, вот HR-менеджером, safety-менеджером. У этой позиции нет конкретного названия,
решать вопросы с драйверами. Угу. Ну, перейти в офис. Да. При этом у тебя была своя сцепка, на которую ты посадил водителя. Я татуировал парня, да, Макса, угу. И оставил его на этом траке, а сам... То есть, ну, мне предложили, я сначала отказался, потому что у меня не было своего жилья на тот момент, и я не хотел снимать квартиру. То есть, я жил в Америке после, там, 2,5 года, не снимая жилье. Я экономил 15 тысяч в год, да. И, то есть, снять жилье... Маркет плохой, посадишь студента или драйвера, он там может аварию сделать, то есть это ответственность. А зарплата была не настолько высокая, что может это все перекрыть. Поэтому я сначала отказался, но потом как-то Володя набрал, где-то через 2 недели, ну что там, давай, там это, как бы, ну, как-то мы договорились, скажем так. То есть чтобы это было где-то посерединке, то есть чтобы я плюс-минус остался на том же доходе, как и Овнер. То есть, если Овнер там, то есть, вот у меня был трак, там студент, вот здесь зарплата, то есть, чтобы я этот доход не потерял, у меня остался такой же плюс-минус, да. Но при этом ты в офисе уже. Да, но при этом я уже в офисе, у меня уже режим, я уже питание, сон, спортзал, то есть, то 2,5 года я на траке отъездил и перешел, получается, в офис. Тебе предложили должность в офисе, да? Угу. До этого этой должности не существовало, либо эти вопросы решали какие-то другие люди, и они ушли. Вообще, зачем им понадобился человек именно в офисе, который занимался теми или иными вопросами, так понимаю, по рекрутингу, по сейфти и так далее? У них не было этого человека? Ну, до этого они занимались сами так. Этими всеми вопросами. Наверное, они устали по ночам брать трубки и, может быть, не успевали. То есть компания росла, уже было там 70-80 траков, может быть, даже 90, да? Наверное, 90 траков уже было. И они уже просто, я думаю, что они не успевали. Это первый момент. И второй момент. У компании очень сильно упала репутация. Упала репутация, ну, по простой причине. Если компания быстро растет, у нее быстро приходит много драйверов, причем всех подряд. И если ты с драйвера снимешь $1 ты снимешь, то ты уже будешь плохой, и он уже будет всем рассказывать, что в компании обворовали. Причем это может быть так, он может ехать в телефоне, попасть в аварию, и в это время смс-ку писать. С него снимут, там, грубо говоря, дедактабл $1000, да, компания заплатит $50,000 на остальные расходы, но с драйвера снимут $1000, он будет всем рассказывать, что компания плохая. И вот какие-то события произошли, то, что появилось много драйверов, которые были чем-то недовольны, которые ушли из компании плохо, не потому, что компания плохая, а потому, что они считают, что компания не поступила так, как бы они хотели. И нужно было посадить человека, вот, который вот все это нивелирует. То есть теперь это уже не мы, это он уже, он там разбирается. И, ну, то есть снять с себя вопросы, скажем так, как с руководителей, переложить эту ответственность, эту работу на другого человека. Делегировать, скажем так. Делегировать и, ну, решить проблему. Потому что в компанию с плохой репутацией, да, ну, если компания собирается расти и развиваться, очень тяжело привести драйверов. И каждому объяснять и говорить, что это не мы плохие, это он ошибся, накосячил. И из-за него как бы его оштрафовали. Ну, оштрафовали, сняли какие-то деньги, неважно, да. Uber, например. У нас был парень, который ездил этот Uber Black, который стоит там $100. Он взял Uber Black, ему это не компенсировали за Uber деньги, да, $100. Он ушел из компании и всем рассказывал, что его обворовали на $100. Но это же не компания плохая. Но не было у босса времени и сил каждому объяснять. Нужно было взять человека, у которого есть на это время, силы и нервы, скажем так. Какие задачи перед тобой ставила компания в твоем лице? Чем ты должен был заниматься в итоге и за что ты отвечал? Ну, сразу мы не знали, чем я буду заниматься. Сразу не было понятно, за что отвечаю. То есть это должно было в процессе работы прийти понимание и к ним, и ко мне. Или не прийти, я бы вернулся бы обратно на трак. То есть мы не исключали возможности, что, возможно, мне придется... сесть обратно на трак там, через месяц, через два. Но так в перспективе постепенно-постепенно я скажу так, что я пришел на офис в середине июля, это было 17 июля, и на ярде стояло где-то 90 траков, 70, в компании было 90 траков, 70 из них было на дороге, 20 стояло без драйверов. Из этих 70, которые были на дороге, 20 было где-то вот непонятно, кто там ездит, кто они такие, откуда они взялись, как их зовут. Этого никто не знал. То есть из 90 траков 20 стояло на ярде, 20 где-то были сомнительные драйвера. Да, сомнительные драйвера были, скажем так. И 50 было таких хороших работяг, за счет которых компания и двигалась вперед, и росла.
В компании уже был шап свой, как бы, причем вот, опять же, интересный момент, что флит-менеджером на тот момент в компании уже был один из моих студентов, которых я тоже отстажировал в свое время, Андрей. Ну, он и сейчас там до сих пор, кстати, работает. Угу. Нужно было вот решить вопрос, то есть, значит, вопрос драйверов, 20 траков свободных стоит, да, и те 20, которые есть сомнительные драйвера, как ты говоришь, с ними надо было тоже что-то решить. То есть с кем-то провести воспитательную работу, с кем-то попрощаться, заменить. И вот этим я и занялся. Буквально уже через 2 месяца уже все траки были на дороге. Уже постепенно-постепенно началась ротация ребят, которые не хотели работать, которые хамили, грубили, не хотели на какие-то грузы ездить, потому что там им что-то там не нравится. То есть антиработники такие, антидрайвера, да, вот не было какого-то вот воспитания, этики рабочей. Там, они могли позвонить бухгалтеру, после чего бухгалтер там сидела и плакала, да. То есть я помню ситуацию, когда бухгалтер плачет, потому что ей позвонил драйвер и там посчитал, что он имеет право там накричать на нее, скажем так. С этими драйверами нужно было прощаться, да, постепенно. Разные ситуации были, не просто было, но разобрались. Уже через полгода компания докупала траки, было около 100 траков уже, плюс-минус, и они были все на дороге. То есть и... То есть... YouTube на тот момент тебе очень сильно помог в этом. В поиске драйверов, обновление и, уже тех сомнительных, скажем и, так. И YouTube, и моя репутация лично моя, потому что я уже был на тот момент давно на виду. И ну, меня люди, скажем так, знали. И очень помогли драйвера, которые работали в компании, и они приводили своих друзей. Сарафанное радио. Ну, я не скажу, что это сарафанное радио. Да. Они знали, что нам нужна помощь. Они их приводили не просто, они знали, что компании нужна помощь, что компания растет. И они сами искали и вот подтягивали своих друзей, вот каких-то знакомых, на тракстапах люди разговаривали, переманивали просто. То есть это была общая такая, знаешь, тенденция, что давайте все вместе навалимся и вырастем. И за год мы выросли до 150 траков, за год и несколько месяцев. То есть от 90 траков до 150. И очень классные драйвера все. То есть это уже были не те драйвера, которые непонятно кто, непонятно куда они едут, непонятно что они хотят, сколько они дней в отпуске, никто не знает, там кто 7, кто 20. Хочу пошел в отпуск, хочу трак оставил, улетел на 3 недели, вернулся. То есть это уже были именно хорошие драйвера, хорошая системная компания, в которой каждый знал свою задачу. И диспетчера знали свои задачи, механики знали свои задачи, драйвера знали свои задачи. Бухгалтера, то есть и поменяли и бухгалтеров, пришлось поменять, потому что бухгалтерия не справлялась, скажем так, с объемом работы и... Штат расширялся. Штат не расширялся, просто когда растет компания, сознание работников тоже должно расти. И те работники, сознание которых осталось еще с тех времен, когда в компании было 20-30 траков, они не смогли работать. То есть компания выросла, уже появилась система. Когда ты работаешь в системе, у тебя уже должны поменяться мозги. Если твои мозги не поменялись, ты просто не сможешь работать. Смотри, ты проработал в этой должности год в офисе, и в итоге ты оправдал ожидания боссов или... Ну, оправдал я ожидания лет, это надо спросить у них, наверное, потому что ну, ко мне никто не пришел и не сказал, ты оправдал наши ожидания, поэтому я не знаю. Не, ну все-таки, когда ты пришел на должность, ты говоришь, из 90 траков 20 были на парковке, 20 сомнительных драйверов, а в итоге через год ну, было 150 траков. Сколько из них были на дороге? Все? Ну, в последний рабочий мой день только один трак был без водителя. Из 150? Да, причем... Вот отсюда этот вопрос. Причем, как бы, опять же, это все были компани-драйвера, было только 3 человека на лизинге. Ну, то есть ты понимаешь, да, можно взять 100 овнеров и говорить, что у меня компания из 100 траков. Uh-huh. А можно взять 100 траков и посадить в них 100 компаний драйверов. Это две большие разницы, да, это две разные компании. Я не знаю их ожидания. Может быть, они ожидали 500 траков, понимаешь? Поэтому я свои ожидания оправдал. То есть то, что я хотел, те задачи, которые я ставил, я их считаю, что выполнил. Я сам перед собой как бы отчетность сдал. А в отношении их ко мне, как бы, ну, наверное, все в порядке, я думаю. Не знаю. Не могу ответить вместо них, оправдал ожидания или нет. Хорошо, смотри, я посмотрел несколько твоих последних роликов, ну, как обычно, поставил дизлайки, и, точнее, может быть, это не последние были, но наткнулся на те, когда ты разговаривал с одним из драйверов, и там была такая то ли претензия, то ли
Просто информация для тебя, что драйвера тебя где-то там на бэкграунде называли charge менеджером. То есть я так понимаю, что вопросы чарджить за проступки драйверов стояло на тебе. Вот эти вот моменты, когда водитель накосячил и в каких долях вы будете выходить финансово из этой ситуации, эти вопросы вы как-то обсуждали, ты обсуждал с боссами, либо они доверяли тебе полностью? Как эти вот дела? Это была непосредственно моя работа. То есть непосредственно то, что касается всех проблем с водителями, всех проблем. Вот все, что взаимодействие драйвера с диспетчером, аварии, эксиденты, клеймы, все, что касается драйверов, это было на мне. То есть большие боссы дошли в сторонку. Все было на тебе, правильно? Да. Окей. Но опять же, если мы говорим про то, что человек сделал боковой порез на колесе и цена вопроса $300 или там $500, то это просто цена вопроса $300, да? То есть тут ты ничего не сделаешь. Это вина водителя. Если мы говорим, что водитель получил спидинг и в компании есть правило $1000 штраф за спидинг, то тут никто никак не влияет. Есть штраф за спидинг $1000. Тут даже я не нужен. То есть пришел спидинг, бухгалтер автоматически списал, да? Тут не о чем разговаривать. Когда были какие-то ситуации нестандартные. Спорные, да. То я советовался с боссами, потому что и играла роль того, что насколько давно этот человек у нас в компании работает, насколько он хорошо работает. Человек ошибся, потому что каждый человек может ошибиться, и это бывает, и к этому нужно отнестись с пониманием. Или это заядлый нарушитель, и он всегда невнимательный, и это уже не первый раз. И то есть эти все моменты нужно было проанализировать и понять. И иногда руководство мне говорило, что вот этот человек там и там-то нарушил, там и там-то не прав. И иногда от руководства могло поступить информация, что тот или тот человек там нарушил то или иное правило компании. И мы должны его оштрафовать, да, там, скажем так. И, естественно, что штрафовал я, или я говорил бухгалтеру. То есть босс не будет тебе звонить драйверу и говорить: «Эй, ты там опоздал на доставку, у нас late fee $250, ты проспал». Он не будет этого делать, потому что это не его работа. У него для этого есть наемный менеджер, который получает зарплату, и я это просто делал. Но тут была командная работа, мы вместе работали. Было два босса, я. Была задача развивать компанию. И мы ее развивали. Я сам по себе ничего не делал, и они сами по себе ничего не делали. Мы делали это вместе. И я всегда к этой компании относился как к своей. Как это что-то мое родное, да. И я никогда ничего не делал то, что могло бы это во вред пойти компании. То есть, на мой взгляд, возможно, что-то из моих решений и действий пошло компании на вред. Возможно. Но умышленно я всегда делал все возможное и никогда не возвращался с работы в 5 часов и выключал свой телефон. Я всегда был на связи, всегда мы могли с Денисом вечером переписываться, созваниваться, а давай так сделаем, а как здесь поступить, а как так. То есть мы всегда советовались, мы всегда общались и думали, как эту компанию вывести на более высокий уровень. То есть рабочий день, по сути, в 5 вечера никогда не заканчивался? Нет. И я тебе скажу так, что 31 декабря я оформлял 2 драйверов на работу. То есть никого на офисе не было, только... Mm-hmm. То есть были, может быть, 1-2 диспетчера было. То есть относился к компании как к своей, это не пустые слова, это... Нет. Mm-hmm. Я проработал в компании 3 года, и мне приятно было, опять же, у меня здесь нету семьи, нету особо много друзей там. Вот что было, только это компания. Вот это тот элемент, который что-то близкое, да. Потому что, конечно, когда у тебя дома жена, ребенок или двое детей, потом у тебя какие-то друзья, ты с работы ушел, ты мозг выключил, ты забыл про работу. А когда тебе больше не о чем особо думать, то ты думаешь именно о том, как улучшить качество работы, как сделать этот качественный скачок, как сделать компанию лучше. И в принципе я считаю, что это получилось сделать. Потому что та репутация, которая была в компании до того, как я сел на офис, да. И та репутация, которая стала по итогу, что сейчас в эту компанию люди хотят идти работать, то есть именно хотят идти работать, их не mm-hmm. нужно уговаривать. Я считаю, что это большая работа выполнена компанией. Не только мной, а и руководством, и бухгалтерией, и диспетчерами, и механиками, и уже работающими в ней драйверами, которые проводят какую-то разъяснительную работу новичкам. То есть новичкам нужно объяснять. То есть когда у тебя этих новичков 50, то ни я, никто, только водители могут друг другу что-то объяснить на таком же объеме. Смотри, мы постоянно говорим о росте. Мой следующий вопрос,
насколько ты вырос внутри компании, то есть у тебя была одна сцепка, две, три, насколько ты расширился. В этом плане у меня вопрос. Не могу сказать, что я сильно вырос, как бы. Я заказал еще два трака. Причем как это было, я посоветовался с Денисом. Мы с ним немножко ближе были, чем с Володей, с его компаньоном. Я говорю, я вот хочу купить пару траков, но у меня еще вот та мысль о том, что когда я стал овнером, цены упали. И вот эта вот опаска того, что опять цены сейчас упадут, потому что коронавирус, ситуация непонятная, выборы опять же в Америке. И, ну, может быть тяжело, может быть я не вытяну. Я это очень, очень, скажем так, сильно опасался. Более того, мой опыт в Украине, когда еще меня там 5 лет назад взорвали мой бизнес, да, я полностью обанкротился. Это у меня еще было в голове, я боялся опять обанкротиться, да. Потерять все, чего я здесь достиг, скажем так. Но Денис так сказал, что ну, не надо бояться просто. Просто надо, надо делать. То есть у тебя есть знания, у тебя есть опыт, у тебя есть уже связи, говорит. У тебя все будет в порядке, и ты должен покупать 5-10 траков. Ты не должен типа останавливаться там на двух траках. Потому что у тебя уже все есть для того, чтобы это делать. Ты не новичок, ты не студент, как бы ты это делаешь, потому что ты уже умеешь это делать. Поэтому именно в компании, то есть на тот момент я не могу сказать, что вырос, я только-только взял два трака за последние там, пару месяцев перед тем, как уже уйти из компании. На сегодняшний день здесь у меня уже 13 траков на дороге и еще там заказано. Угу. Большое количество траков еще заказано. То есть в итоге у тебя получилось 3 сцепки на момент ухода из компании? Да, можно так сказать. Хорошо. А причины ухода какие? Можешь об этом говорить? Ну, тут какие-то причины. Это просто вопрос интересует очень большое количество людей. Я не думаю, что это поэтому... вопрос. Я не думаю, что этот вопрос кого-то сильно интересует, но как бы когда ты сделал всю работу, которую должен был сделать, то есть вот мы прошли этот путь. А дальше работы уже как бы нету. И приходит понимание того, что все, что ты мог отдать компании, ты отдал компании. И со стороны боссов они тоже понимают, что дальше им уже не нужен такой менеджер, как я. Им нужен просто работник, который будет вот, делать определенный участок работы, который не будет влиять на все сферы, который не будет там и на диспетчеров, и на механиков, и на драйверов. Им нужен просто safety менеджер. Я думаю, что мое влияние в компании настолько выросло, что собственнику бизнеса это уже не нравилось. По-моему, тут история повторяется. Это был не я уже. То есть мои, скажем так, полномочия намного превышали мою должность. И это, ну, это уже не нужно было. Поэтому они понимали, что дальше им будет лучше без меня. И я понимал, что дальше будет мне уже пора двигаться вперед. Поэтому и ушел. Нет, ну, я так понимаю, на момент ухода твоего из компании, в компании было 150 траков, но на этом не заканчивается круговорот драйверов в природе, скажем так. То есть они не хотели больше расширяться, докупать новые траки, и им не нужен стал человек, который стабильно, грубо говоря, давал им этих самых водителей, которые, благодаря которым траки были на дороге? Я не могу сказать, что драйвера приходили только потому, что я там работал. Я там не работаю, драйвера все равно туда приходят. То есть, соответственно, мы делаем вывод о том, что приходили уже, то есть нам удалось сделать из компании определенный бренд. Да, действительно, есть моя заслуга в этом, в том, что удалось сделать компанию узнаваемой. То есть люди знают, что такое Alvil, да, до этого там не знали. Да, благодаря моим роликам в том числе, но не только благодаря этому. Поэтому по поводу круговорота драйверов, знаешь, мне что-то, почему-то у меня всегда эта картинка в голове, когда Chicago Bulls, это баскетбольная команда NBA, которая находится в этом городе, да, выиграла 6 чемпионатов NBA за 7 лет, и руководство решило не продлевать контракт с главным тренером, после чего главный тренер и все игроки ушли из команды. Руководство это сказало, что они будут начинать перестройку, потому что пришло время перестраиваться, пришло время молодой крови. If you want to look at this from a business thing, have a sense of respect for the people who have laid the groundwork so that you could be a profitable organization. И вот за последние 25 лет после ухода Майкла Джордана, в том числе и Фила Джексона как тренера, Chicago Bulls даже ни разу в финал не попала. То есть это одна из худших команд на сегодняшний день в NBA. В спорте, как и спорт это бизнес, да, в Америке спорт это бизнес. Безусловно. Каждое твое решение, оно имеет какие-то определенные последствия.
Компания, то есть Chicago Bulls не попадает в финал, но при этом она остается одной из самых прибыльных команд в NBA. То есть это парадокс. Каждое их решение, руководителей, будет иметь какие-то последствия в определенной длинной перспективе. Поэтому, возможно, расставание со мной – это плюс, и компания от этого выиграла, а возможно, минус, а возможно, вообще ничего. Смотри, вы развивали компанию, и с боссами у тебя отношения были хорошие, но при этом твой уход был неожиданным. Что произошло? Я не могу сказать, что я к этому не был готов. Я был к этому готов, потому что как, я как шахматист, да, или как человек, который умеет планировать все наперед, я понимал, что ну, если уже с тобой решили попрощаться, то, скорее всего, с тобой попрощаются чем быстрее, тем лучше. Это нормально, это часть бизнеса. То есть в этом нет ничего особенного. Поэтому я уже за 2 месяца до того, как я ушел из компании, понимал, что я в этой компании скорее всего. То есть, может быть, мы еще договоримся, потому что мы были друзьями, да? И друзья всегда могут договориться, да? Но, скорее всего, уже нет. Поэтому я такой же... Мы записали совместное интервью с Денисом. И ну, я понимал, что это скрытая реклама компании. Я понимал, что это скрытая реклама самого босса компании, да. И я уже думал очень долго, выкладывать это интервью или нет. Я помню уже, что мне в комментариях даже писали, где обещанное интервью. А я думал, выкладывать его или нет, потому что, ну, если я ухожу из компании, то почему я должен сделать рекламу компании? Ну, зачем мне ее рекламировать? Какова цель? Но и с другой стороны, мне хотелось как-то по-дружески, как человеку, который в этой компании проработал там 3 года, да, несмотря на то, что я из нее уйду, оставить какой-то хороший след и выложил, да, то есть как бы, хотя мог этого спокойно не делать. И... Чтобы по-дружески уйти из компании, ушел по-дружески? Ну, скажем так, ушел не так, как мне бы хотелось, но... Опять же, это часть бизнеса, и я нормально отношусь к любому решению руководства. То есть, есть наемный работник, есть руководитель. Каждый человек управляет своим бизнесом так, как он считает нужным. И никто не может ему говорить, что он прав или он не прав. Это все их решение. Я не вправе их осуждать. Ну, что я ему сказал, не важно, да? Общий разговор это останется между мной и им. То есть, я знаю, как, кто был mm-hmm. прав, кто не прав. И он знает, кто был, кто не прав. И Володя знает, кто был. То есть, мои разговоры с боссами, они не имеют, скажем так, отношения к публике и к Ютубу. Они mm-hmm. переживали, что я пойду в какую-то крупную компанию, mm-hmm. где перед зимой уже стоит там 50, 100, 200, грубо говоря, траков, неважно. И я знаю компании, в которых зарплаты, и они знали, что я это знаю, да, которые могут предложить лучшие условия. И я мог это сделать. Ну, теоретически, я мог пойти в большую компанию, предложить... Позвонить каждому драйверу, потому что каждого знал лично из 150, и предложить лучшие условия. Ну, 20 бы ушло из 150, ну, наверное, бы ушло. Может быть, даже и 30. Кто знает. А может быть и 2, а может быть никто. Но никто этого не знал. Они высказали свои опасения. Я сказал, что не надо, ну, как сказать, нет у меня цели вставлять вам палки в колеса, кого-то куда-то переманивать. Обзванивать. Я этого не буду просто делать. Я обещаю, что я твоим драйверам звонить не буду. Но при этом, если тебе драйвера сами позвонят, отказывать ты не будешь. Не, ну если... Тут же смотри, какая ситуация возникла. Я-то сам никому не звонил, но в день моего ухода я еще только вышел из офиса. Каким-то образом уже через диспетчеров или через кого-то мне несколько драйверов написали просто смс-ку, типа я с тобой. Дима стоял на улице. Дима диспетчер. Не, Дима драйвер. А, окей. Ну, ты не знаешь его. Угу. И он мне начинает что-то рассказывать, я говорю, Дим, я уже не работаю. Он, как? Я говорю, ну, я ушел. Он говорит, я с тобой. Просто. Вот у человека первая реакция, она как бы вот бессознательная, да? Я с тобой. И вот те люди, которые решили, то есть позвонили со словами или там сказали со словами, типа, мы знаем, что тебе будет тяжело в начале пути, да? И мы готовы тебе помочь, мы готовы прийти и работать с тобой. Просто как драйвера, но мы не можем тебе помочь там деньгами, там прокредитовать тебя или что-то, но мы можем прийти и работать у тебя. Они пришли и работают. Но они сами позвонили, у них у самих возникло это желание, я им благодарен. Естественно, они все ездят на новых траках, то есть у всех траки 21-22 года, у всех там новые триллера, у всех крутые диспетчера. Они на траках ездят домой,
у них зарплаты, то есть выходные, когда хочу, тогда я беру. То есть все условия, которые могут быть, они их получили, то есть они не потеряли. Но никто из них, приходя ко мне, не спрашивал, сколько центов я буду платить. Они просто сказали, мы идем к тебе, а ты уже сам решаешь, сколько надо тебе платить. И, соответственно, ну я же не буду меньше платить, правильно? Поэтому я им плачу хорошие зарплаты, даю им хорошие условия в благодарность за то, что они меня выручили, за то, что они мне помогли. Это один вариант. А когда мне позвонило пару человек, типа, нам нравилось с тобой работать, вот если ты нам будешь платить больше, чем в той компании, то мы тоже к тебе пойдем. И говорю, не, говорю, спасибо, мне так не надо. У меня family business. Я работаю только с теми людьми, которые хотят работать со мной. И которые будут, скажем так, и в горе, и в радости. Да? А просто там кто-то даст на 2-3 цента больше, побежал туда, и так, мне, я с кочевниками работать не хочу. Лично мне это не интересно, потому что я вкладываю в эту работу душу. Я в каждого драйвера пытаюсь там максимально вложить то, что я могу это сделать. И я ожидаю отдачи. Я не хочу просто так тратить свое время, свои силы и свою энергию на людей, которые завтра за 2 цента пойдут в другую компанию работать. Поэтому вот такое обещание я дал. И уже 5 месяцев прошло, пока я никому не звонил. Смотри, ну это твое обещание, которое ты дал. Не извини, достаточно такое серьезное. Ты что-то получил взамен, я не знаю, какой-то бонус, поощрение, я не знаю, напутствие или, я не знаю, там помощь какую-то в чем-то. Что было на другой стороне весов? На другой стороне весов было то, что я осознаю для себя, что я честный, порядочный человек. То есть, ну, я это сделал для себя, я это не сделал, скажем так, для него. Мне хочется быть честным человеком, я, ну, дал слово, я его держу, мне этого достаточно. Только для этого. Я это делал для себя, не для них. Ничего не получил, ничего не ожидаю. То есть мне ничего не нужно. У меня все есть. Потому что, ну, вот момент честности, он делает тебя сильнее. И ты можешь спокойно идти вперед, ты ничего не боишься. Мы растем дальше. Новая компания. Какова твоя должность в этой компании, в новой? Тут... И как долго вообще ты искал компанию, и как ты нашел компаньона? То есть расскажи об этом в следующем твоем шаге. Скажем так, должность моя опять, она объединяет все, и safety, и HR. То есть я, так сказать, вернулся в прошлую жизнь. То есть опять начало пути, скажем так. Я пришел здесь, здесь бухгалтер до сих пор столбик на листочке зарплату драйверам считает. Ну это в первый день то, что я увидел. Я был в небольшом шоке. В компании там 30-40 траков до сих пор. Нету нормальной бухгалтерии до сих пор, то есть нету какого-то взаимодействия. Более того, есть какой-то момент, как правильно сказать, какого-то хамства и неуважения со стороны бухгалтерии к драйверам. Для меня это было дикость. Я говорю, ребята, ну подождите, давай, если мы хотим расширяться, ну мы должны уважать драйверов, мы не можем говорить... А мы хотим расширяться. Да, а я пришел сюда, значит мы хотим расширяться. Мы не можем позвонить драйверу и сказать, заплатили столько, сколько заплатили. Это так не работает. Ну, много моментов, которые нужно было исправить. Да, я вот сейчас уже смотрю, через 4,5 месяца много чего мы уже сделали. Но еще много чего не сделали, еще много чего нужно сделать. В итоге ты работаешь в этой компании уже 4,5 месяца. Ну вот да, вот как в октябре ушел оттуда и сразу пришел сюда на следующий день. Сколько ты сказал траков было на момент прихода? 30-40 вот в этом диапазоне. 30-40 и ты, по-моему, сказал сейчас 60 или 60 плюс, сколько идет? Я не говорил. Не говорил? Нет. Это, по-моему, у меня такая информация была. Сколько сейчас траков в компании? 60 плюс-минус пару траков. Мои слова. В итоге. Не, ну потому что ты знаешь, сколько траков. Ну, возможно, да. То есть плюс 20 траков за 4,5 месяца. Ну, считай, 50% рост в технике, да. Ну, и в технике, в драйверах, в гроссе, во всем где-то рост в районе 50%. Ты пришел в эту компанию из 30... 40. Сколько так еще раз? 30-40, я точно не знаю. Да точно никто не знает. Окей. Сколько трака было на дороге, сколько стояло без водителя? Ну вот в районе 30 было на дороге. И сколько стояло? 5-6 траков стояло. 5-6 стояло, сейчас 60, чуть больше. Докуплено. Плюс, ну, докуплено. В итоге 60 примерно, плюс-минус. Докуплено моим компаньоном и мной. Окей. Сколько траков на дороге? Все на дороге. Все на дороге? Да, нету ни одного трака, который... Окей. Но это, скажем так, сбылась моя маленькая мечта, потому что, ну, зимой, если у тебя стоит 20-25% флита, то это нормально. Это, ну, в большинстве компаний так. Люди в отпуск уходят. А,
так совпало, повезло, где-то, не знаю даже, как это самое, но все были на дороге зимой. Дальнейшие планы расширения? Перспективы на год. Я просто по твоим роликам знаю, что ты любишь строить планы далеко идущие вперед и как-то по чекпоинтам проходить, скажем так. Ну, будем расти. Будем расти, потому что как бы нет пути назад. То есть только вперед. Только вперед. А вперед нужно расти. Нельзя останавливаться никогда. Потому что это просто скучно, когда ты остановился. А расти, чтобы было весело. А в итоге как ты нашел компаньона? Ну, Рома мой компаньон, я его знал давно, еще со старых времен, скажем так, и мне нравилось то, что он не жадный. Вот я с несколькими людьми разговаривал, но вот у него вот есть такое, что он не мелочный, он не будет тебе там за $100 там, или за $1 мозги компостировать, вот это мне нравилось. И я с ним встретился, поговорил и сказал, что я хочу расти. Мне не интересно компаньон просто привести 5 драйверов и топтаться на месте. Я говорю, я хочу расти, причем расти активно, ну агрессивно, даже агрессивно, скажем так, расти. Если тебе это интересно, то мы можем подумать, как нам вместе с тобой сотрудничать. Если тебе это не интересно, то это окей. Это, ну я просто еще буду разговаривать дальше с людьми, потому что варианты в трудоустройстве у меня были. То есть это не единственный человек, к которому я начал разговаривать в поисках работы. И он сказал, что ему нужно подумать. Он подумал, сказал, что да, ну а почему нет? У нас общие взгляды на вещи. То есть мне нравится то, что он к драйверам относится вот как к своим там, детям или там, родственникам, не знаю. Ну, то есть он как-то по-отцовски к ним относится, знаешь. И у меня тоже вот есть это чувство какое-то, что ну, драйвера это не просто работники, это наши, скажем так, часть компании, а компания это часть меня, да, грубо говоря. То есть это часть какой-то вот. Семьи. Всех своих драйверов я знаю близко, да, я знаю их хорошо. И как-то хочется помогать. И Рома, вот, что мне нравится, что мы с ним одинаково на эти вещи смотрим. Он тебе не скажет, что там пофигу там. Знаешь, надо помочь. Там позвони, поищи там это там. То есть он мне может позвонить ночью, там, надо товинг найти, там это. То есть я там. Ну, надо помочь, там парень стоит. Он, знаешь, как он говорит, они там. Зима, грязь, цепи, а мы тут в теплом офисе, мы должны им помогать. И я считаю, что это правильно. Это правильно. Это не по-бизнесовому, конечно. То есть бизнесмены мы с ним так себе. Потому что, ну, должно быть. Ну, ребята отличные. Ну, должно быть разделение все-таки руководство и работники. У нас этого разделения нет. У нас вот это вот все, то есть как бы в кучу смешано. Я не уверен, что у нас получится супер-пупер бизнес, то есть супер-прибыльный бизнес, но как бы я сторонник все-таки вот family бизнес, то есть вот такой вот семейный. Пусть это в этой семье будет 100 человек, 200 человек, но мы должны знать каждого, каждый должен знать нас в любом случае. И мы должны, мы не то, что можем, а мы должны каждому помогать, вот чем можем. То есть не просто там зарплаты, зарплата это... Только часть жизни драйвера. У них есть и другие проблемы, и другие вопросы. И диспетчера, и бухгалтера в том числе. У каждого работника есть свои проблемы. И он должен иметь возможность поделиться, и на работе ими. Потому что не у всех есть друзья, не у всех есть семья. Есть люди, которые здесь сами по себе. И им хочется иметь какую-то. И вот в этом плане мы с Ромой как бы похожи. Поэтому нам комфортно вместе работать. Поэтому, и я не знаю, кто кому сколько сейчас должен, я не знаю, там, вот, я веду бухгалтерию все, что куда, но он ни разу не проверял вот то, что я веду бухгалтерию. Вот я ее как веду в последнее время, да, там, 4 месяца, он ни разу не проверял, я тебе доверяю. И как бы я его там никогда нигде не проверяю, то есть у нас все, абсолютно работа на доверии. Как ты говоришь, что все драйвера тебя знали на той компании, и как они отреагировали на твой уход? И как отреагировали драйвера в этой компании, которые наверняка тебя тоже знали, видели по Ютубу. В общем, как происходил этот процесс? Репутация. Были какие-то, не знаю, там, может, фан-истории или еще что-то? Ну, драйверов той компании я знал, потому что я их, ну, принимал на работу, я вместе с ними записывал договор, не потому что я там какой-то звездный, а просто я их знал в работе, да? Вот. Многие позвонили просто там, поддержать там. Сказать спасибо за работу, там все классно, там это.
Кто-то вообще не позвонил, никак не отреагировал. Кто-то, я уверен, что у меня за спиной пошел и сказал, что слава богу, что вы от него избавились. Потому что не может быть никогда одного мнения о человеке, тем более у меня достаточно противоречивая была должность. И человек, который какие-то изменения в компании приносит, неважно, положительный или отрицательный, человек, который там повышает стандарты работы и повышает, соответственно, и требования к людям, да? То есть повышает требования и к диспетчерам, и к механикам, и к драйверам. Соответственно, его не будут любить. Потому что, я могу это позволить, потому что я имею очень высокие требования к самому себе. Соответственно, я могу и требовать с других людей, правильно? Но я сам себя тоже не люблю. Поэтому как можно заставить? Я понимаю, что многие меня не любят, в том числе и я, скажем так. Многие поддержали. Кто-то это... Но еще интересно то, что я для себя думал, кто со мной, может быть, уйдет в другую компанию. Кто я думал, никто не ушел. Ни один из моих студентов, кого я стажировал. Ни тех, с кем я достаточно близко общался. То есть, мое видение и мое сознание, те люди, на которых я думал, они... Некоторые вообще просто проморозились, да? Как будто меня вообще не существовало никогда, да? А другие люди, наоборот, как бы выразили, вот скажем так, свое товарищество, свою дружбу. Это интересно, вот такое психологическое наблюдение. Просто мне для меня лично интересно, как разные люди реагируют на разных людей. А в этой компании с Ромой, когда... действительно, у меня есть репутация определенная. И как бы в один из первых дней был один парень, мы с ним начали разговаривать. Он говорит, я же знаю, какая у тебя репутация. Я говорю, а откуда его? Я разговаривал с парнем, который знает парня, с которым 3 года назад мы пили пиво, и он сказал... Я говорю, во-первых, 3 года назад я не работал на офисе. Во-вторых, как зовут, имя есть какое-то? Нет, я имен не знаю. И вот эти вот все разговоры про то, что конкретно мне в лицо никто пока не сказал то, что я что-то неправильно сделал. А то, что дальнобойщикам есть о чем поговорить, в том числе и благодаря мне, можно пообсуждать какие-то моменты, то я только рад. Потому что если людям нечего будет обсуждать, то у них работа будет скучная. Многие опасались, многим было все равно, а многие меня знали и наоборот обрадовались. То есть как там, скажем так, разные мнения, так и здесь разные мнения. Но я к этому нормально отношусь. Я точно знаю, что я делаю, я точно знаю, чего я хочу, и я точно знаю, что я никогда никого незаслуженно нигде ни в чем не подставил, не обидел. И я всегда к каждому стараюсь отнестись справедливо и каждому тоже так, как я хотел бы, чтобы отнеслись ко мне. Поэтому мне не стыдно никому посмотреть в глаза. Любой из тех, из бывших моих сотрудников, из нынешних сотрудников, всегда может мне позвонить, выразить свои какие-то недовольства. Любой может позвонить. И более того, я тебе скину несколько видео, в которых мои ребята, с которыми я раньше работал, до сих пор остались работать в старой компании или вообще в другие компании ушли, они расскажут мнение обо мне свое. То есть они уже ничем не обязаны, мы вместе не работаем. Каждый имеет право на свое мнение. Просто когда люди говорят, что за спиной, а потом в лицо они тебе говорят абсолютно другие вещи, то это лицемерие. Но это часть бизнеса, это часть работы. Это нормально. Давай, наверное, перейдем к вопросам философии. В чем ты видишь смысл жизни? Вернусь к тому, что после тех событий, которые я пережил в Украине, после такой определенной бомбежки, скажем так, то я понял, что деньги не имеют никакого смысла. На сегодняшний день единственное, в чем я вижу смысл, это в том, чтобы помогать людям. Потому что есть люди, которым нужна помощь. То есть не все люди родились и могут стать бизнесменами. Не все люди могут создавать. Есть люди, которые могут хорошо работать. Они работяги, такие чернорабочие. И я вот вижу смысл в том, что именно помочь людям. Работягам, помочь эмигрантам, которые вот, как я когда-то приехал, и ни слова по-английски не знают. Это мне нравится. И это никогда не заканчивается. То есть вот этот смысл... Он бесконечный, то есть ты бесконечно можешь помогать. Это не то, что ты закончил какое-то дело и все. Это можно делать бесконечно. Читайте классику. Я рекомендую всем читать классику.
потому что это уже прошло поколение, и иногда читаешь там Достоевского, например, и то, что было 200 лет назад, ты видишь сегодня это на улицах. Все циклично, все повторяется. Настолько это невероятно, когда ты в книгах 200 лет назад видишь то, что происходит сегодня. Это интересно. Хорошо. Фильмы, сериалы? Люблю фильмы, я киноман, смотрю практически все фильмы. Я люблю марвеловские комиксы, я люблю детективы, я люблю фильмы-головоломки. Не люблю драмы, мелодрамы, потому что это скучно. Я люблю динамичные фильмы и люблю фильмы, которые заставляют думать. Я пересмотрел все экранизации Шерлока Холмса, которые только возможны, начиная от советского с Леоновым и заканчивая вот с Бенедиктом Камбербэтчем, который вот английская экранизация. И сериал «Доктор Хаус» вообще обожаю. Три раза пересматривал. Тоже просто было. Как он мыслит, как он управляет персоналом, как он решает вопросы. Ну, я до приезда в Америку никогда бы в жизни не поверил, что я побываю на концертах Бейонсе, Бритни Спирс, Бэкстрит Бойс, Элтон Джон, Эд Ширан, Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк. На всех этих концертах я был, может быть, кого-то забыл. И это те люди, которых мы там в Украине видели только по телевизору. И сидеть в первом ряду на концерте Эда Ширана или Кристины Агилера, это что-то невероятное. Это то, что вот Америка, когда ты начинаешь уже понимать Америку, когда ты начинаешь понимать, что здесь все возможно, как невозможное возможно, и то, что переворачивает твой мир. То есть сначала есть такой негатив от Америки какой-то, да, вот в восприятии, но потом, когда ты начинаешь здесь разбираться, понимать, что к чему, то именно концерты и возможность увидеть этих супер-мега-звезд, которые миллионы просмотров у них, миллионная популярность на всей планете, просто пойти на концерт, увидеть человека вживую, это тоже вдохновляет, кстати. На что? На жизнь. На развитие. На красивую жизнь. На красивую жизнь, да. На развитие. И, наверное, последний вопрос. Как ты считаешь, Америка тебя изменила? Америка, деньги или ты тот же самый человек, персона, как и был до приезда в Америку? Что изменилось? Ну, я думаю, что, наверное, изменила, потому что, ну, экстра 5 лет опыта дополнительного, я здесь 5 лет живу, да, но надеюсь, что не в худшую сторону. Каждое свое решение, каждый свой шаг я все-таки стараюсь принимать с оглядкой на прошлое, и мне не хочется по каким-то ситуациям становиться плохим человеком. То есть, какие бы события ни происходили в моей жизни, кто бы что ни делал вокруг меня, кто бы что ни делал по отношению ко мне, мне всегда хочется это отсеивать и вот оставаться вот просто обычным человеком. Просто вот простым парнем, который просто с одной сумкой прилетел в Америку попробовать чего-то достичь в этой жизни, в этой стране. Поэтому надеюсь, что если изменило, то не в худшую сторону. Наверное, специальный вопрос от Дудя. Сколько ты зарабатываешь? Я не знаю. Я уже давно не считаю. Много. То есть я... Не знаю просто сколько. Никогда не работал за деньги. Всегда работал за идею, за процесс, за развитие. Достаточно, чтобы не знать, сколько я зарабатываю. То есть я много чего себе могу позволить. Практически все, что хочу. Да. Но у меня маленькие потребности. И как бы деньги не имеют для меня такого большого значения. Поэтому зарабатываю больше, чем трачу. Это уже немало. Да. Все. Спасибо за интервью. Надеюсь. Спасибо, что нашел время. А я думаю, что мы можем даже сделать какой-то поощрительный приз вот за самый смешной комментарий, за самую лучшую критику, кто лучше всех прокритикует, потому что есть люди, которые меня давно смотрят. Я думаю, что можно будет через Western Union отправить по $50 каждому или какой-то, может быть, там подарок какой-то сделать, не знаю. Как ты думаешь? Ну, наверное, надо какой-то фонд организовать. Какой, думаешь, вопрос еще, на какую тематику? Ну, то есть какие критерии вопроса можно еще, кроме как самый смешной вопрос? Хорошо, давай не критерии, смотри, я у тебя вижу, я не услышал, кстати, историю про вот эту вот собачку. Ага. Я не знаю, есть ли у нее кличка, имя, никнейм. Угу. В общем, давайте, кто придумает для этого забавного персонажа самое креативное имя, тот получит тот самый приз. Самое креативное имя и самую креативную историю об этой собачке. Все, заметно. И
лично я ненавижу Гелу по нескольким причинам. У меня есть даже несколько примеров. Вот вчера, например, в 9 вечера я приехал на Тракстап. А до 3 часов ночи не спал, потому что делами занимался. Инстаграм и Ютуб сам себя не посмотрит, а Клабхаус сам себя не послушает. Потом просыпаюсь я в 10 утра от того, что звонит Гела и говорит: а что ты не едешь? Так у меня дела серьезные были, что я не еду? Неужели непонятно? А потом он еще начинает давить своей психологией неуместной. Типа: Ром, ну я же к тебе нормально отношусь, и я подразумеваю, что ты ко мне будешь нормально относиться. Так может, я не хотел к тебе нормально относиться? Что за диктатура? Бесит. Всем привет, меня зовут Дмитрий, я живу в Орландо, и я работаю с Гелой уже 1.5 года. Позавчера звонит мне Гела и говорит: слушай, Дим, надо, в школе писал сочинение на тему, как я провел лето, вот надо написать такое же сочинение на тему, почему мне не нравится работать с Гелой. Говорю: Гел, если бы мне не нравилось работать с тобой, я бы на тебя бы не работал. Он: ну хорошо, напиши тогда такое сочинение, почему мне не нравится Гела, как личность там, как менеджер, как босс, как руководитель. Говорю: ну, об этом надо подумать. Итак, хочу сказать, во-первых, если бы мне не нравилось работать с Гелой, я бы с Гелой бы не работал бы. У меня уже был один раз то, что я не могу сказать, что меня компания не устраивает или что-то. Я нашел другую компанию, которая мне предложила другие условия. Не лучше, не хуже, просто другие условия, которые мне были более приемлемы. Я решил уволиться. Я отработал 2 недели, поставил трак на ярде, сижу, пью в Чикаго пиво, время 10 часов вечера. Мне звонит Гела и говорит: слушай, Димон, вот ты, говорит, уходишь потому-то. Говорю: да. Ну, если вот я тебе лично дам слово и предложу те же самые условия, ты останешься? Конечно, останусь. Тогда нет смысла уходить, потому что я ухожу именно из-за этих условий. Вот. Гела мне предложил эти условия, и я остался работать с Гелой. Но поскольку домашним заданием было не хвалить Гелу, а все-таки как-то хайть его, выявлять его недостатки, хотелось бы... Вот 2 дня думал, ничего в голову не приходит, вот абсолютно ничего. Но все-таки есть одна маленькая деталь. Я пишу Геле смс, он их читал в предыдущем ролике. Привет, Гела. Я езжу Небраской, Оклахомой, везде US-ками. Пришлось своей картой платить. Знаю, что ты скажешь окей, но все-таки. Гела отвечает: окей. Вторая смс-ка Гела: я еду в Орландо на 10 дней, ставлю трак в Орландо. Гела отвечает: окей. Гела: так нельзя общаться. Надо начинать всегда общение: привет, бла-бла-бла, до свидания. До свидания не обязательно, если это начало дня, но хотя бы надо сказать: привет, Димон, бла-бла-бла, все окей, бла-бла-бла. Ну, как-то так. Наверное, больше я не могу ничего сказать. Да это не то, что плохое, это просто как-то странно звучит. Я написал смс-ку, в которой, если бы это была телеграмма, она, то есть как в советские времена, если бы я телеграфировал бы, то мне эта телеграмма бы стоила там 3-4 рубля в советские времена. А тут просто окей, 2 буквы, 2 символа. Может, тебе денег жалко на такую смс-ку, или у тебя смс-ки платные, ты скажи, если что, мы можем скинуться на смс-ки. Ну, это я шучу, конечно. Ну, больше я ничего не знаю. Так что извините, всем хорошего дня, хорошего настроения. Как говорят у нас, ни гвоздя, ни жезла. Всем пока. Всем привет, меня зовут Андрей. Хочу рассказать вам про такого человека, как Гела. Мне повезло с ним познакомиться где-то 1.5 года назад. Я тогда пришел по рекомендации в компанию Alvil. Он был тогда в роли HR-менеджера. Кто не знает, это босс среди водителей, тот, кто нанимает, кто увольняет, кто как бы делает выводы по состоянию готовности человека к вождению. За что респект Геле? Респект в первую очередь за то, что человек, к которому у меня был колоссальный фидбэк. В принципе, все договоренности, которые были личные и рабочие, всегда Гела выполнял. Он всегда шел навстречу, он всегда держался за водителей. Как бы вот все то, что я хочу сказать, это ни в коем случае не пиар Гелы. Я просто хочу выразить
ну, благодарность этому человеку, потому что, ну, таких людей на самом деле немного, кто четко выполняет свою работу. Потом мы разошлись, наши пути разошлись. Гела решил попробовать себя в роли босса, за что ему тоже отдельный респект. Я желаю ему удачи. Я ушел тоже в другую компанию на лизинг. Но я до сих пор уверен, что я всегда могу позвонить этому человеку и просто спросить какого-то совета. И Гела всегда даст максимально развернутый и четкий ответ. Ну, как бы, что на сегодняшний день реально сложно добиться в общении между людьми. Ну, в общем-то, как-то так. Привет всем! Меня зовут Мирей. Стаж год и 8 или год и 7 на траке. С Гелой я отработал примерно год. Потом он уволился. Потом я уволился. Что можно сказать? Неплохой парнишка. Делает свой бизнес. Карабкается потихоньку. Уже у него небольшая траковая компания. Смотрел его видео в начале. Сейчас тоже смотрю. Хорошие отношения. Чисто дружеские, хорошие отношения. Не скажу, что мы там капец братаны там. Прям там каждый день созваниваемся. Нет, месяц один раз может быть. Созваниваемся, он звонит, я звоню. Неплохой парень. Да, наверное, у каждого есть свои минусы, свои плюсы. Ну, нормально, чисто рабочие отношения были. А сейчас так. После того, как я уволился, и он уволился, продолжаем общаться. Как-то так. Всем привет. Мне тут задали вопрос, почему мне не нравилось работать с Гелой, когда он был на офисе. Тут есть три причины. Почему мне не нравилось работать с ним. А первая причина — это когда Гела был на офисе, я ездил всегда домой на машине, а хотелось очень сильно летать, но приходилось ездить на машине домой. Вот. Вторая причина — это я не стал обладателем штрафа от Гелы. Хотя я и не старался. Но люди поговаривают, что некоторым он выписывал просто так, ни за что. Наверное, я не знаю. И третья, самая главная причина. Самая главная. Когда я ему звонил, он, естественно, поднимал трубку. И эта редиска постоянно решала мои проблемы. И это меня прям вообще спешивало. Ну и так, в принципе, на закуску, когда я приезжал на офис, я его видел лицо. И прям оно меня раздражало, честное слово. Так что, ребята, будьте аккуратны с ним. Всем удачи, пока. Пацаны, всем привет. Я тут решил на куске папируса написать пару предложений, почему мне не нравилось работать с Гелой. Он же мистер Гела, он же чардж-менеджер Гела. Значит, первое, это на его месте должен был быть я. Да вообще любой из нас должен был быть на его месте, потому что мы-то, пацаны, лучше знаем, как управлять компанией, как быть идеальным чардж-менеджером. Просто произошла какая-то непоправимая ошибка, какое-то недоразумение, и поставили управлять водителями Гелу. Значит, второе, это то, что Гела выше меня. Ну, кому это понравится, когда человек выше тебя, согласитесь? И третье, потому что у Гелы на 10 траков больше, чем у меня, ребят. Но у меня на данный момент, конечно, 0 траков, но все равно не особо нравится, когда у человека больше траков, когда он развивается, когда еще его бизнес развивается и количество траков увеличится. Кому это понравится, согласитесь. Значит, еще немаловажный такой аспект, то что он иногда не поднимает трубку, особенно ночью. Но он для своих любимых коллег должен быть 24 часа онлайн. И
Ну, допустим, приехал наш коллега в 3 утра на заправку, ну, и забыл, в какую дырку ему правильно заливать ДЭФ. Ну, кому ему еще в 3 утра можно позвонить, как не Геле? Ну, а Гела такой нехороший человек, берет и не поднимает трубку, ребят. Ну, вот в таких условиях приходилось работать мне с мистером чардж-менеджером Гела. А если на самом деле, если по-честному, то мне абсолютно комфортно было с ним работать. И я, к сожалению, ничего плохого о нем не могу вам сказать. Все, всем